Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие любители шахмат! Я теперь после эфиров Александра Игоревича Грищука только так буду вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях в рубрике, какая у нас рубрика, не слово о шахматах, наш постоянный ведущий, я надеюсь, мы не отбираем у тебя это звание, Даниил Дубов. Даня, добрый день! Приветствую, да. Да, вы все привыкли видеть Даню либо в роли комментатора, либо в роли ведущего программы чемпионата СССР, а я вот решил взять у Дани интервью. Кто даже видел меня в роли игрока, дружище. Да. Кто-то еще иногда видит Даниила, такие, да. Даниила в роли игрока. Кстати, первый вопрос, собственно, связан именно с этим. Должен ли ты был играть в финале? Приглашали ли тебя туда онлайн серии Магнуса? И если да, почему ты там не играешь? Ну, это какая-то сложная история. То есть, скажем так, я думаю, у меня была возможность. Я так бы сказал. То есть там, во-первых, есть какие-то там детали переговоров, которые, наверное, не совсем правильно озвучивать, но, скажем так, на уровне идеи, да, там шел этот бесконечный отбор, и, в принципе, я с какого-то момента просто отказался там от нескольких турниров, потому что вроде была, ну, во-первых, просто потому что не очень хотел в них играть, а во-вторых, потому что была вот какая-то такая туманная довольно перспектива, что вот может быть, там это самое, может быть, мы просто позовем тебя в финал. Но вот это может быть, оно как-то в итоге, я вот как-то превентивно на него, видимо, повлиял немножко, потому что я им как-то сказал, что, в общем, это... Ну, что, может, вы меня и не звали, да, но в любом случае не надо, да, то есть как-то это так я примерно... А с чем связаны отказы играть? Вот, начиная, ну, вот с начала пандемии, ты во всех турнирах, я так понимаю, в которых ты мог играть, куда тебя приглашали, ты играл. Один из них в прошлом году выиграл. Да, играл достаточно такое. Успешно. А с чем связан вот такой поворот-отворот? Ну, причин несколько. Ну, второстепенная причина, во-первых, этот гранд-финал. Мне, честно говоря, кажется, что там опять можно обсудить, что мы живем слишком хорошо. Но мне, честно говоря, кажется, что просто в плане призовых это, собственно, не такое привлекательное мероприятие. 300 тысяч долларов? 300 тысяч долларов, но там есть такая проблема, что ты стартуешь не с нуля. Да. То есть там есть такая хитрость, и, соответственно, там идут в зачет все вот баллы, да, там набранные до этого. Соответственно, там, учитывая, сколько турниров я пропустил, ну, и отчасти из-за того, как плохо я играл, да, у меня этих баллов все равно как бы было бы недостаточно, чтобы бороться там за какие-то, я не знаю, там первые 5 мест. И в итоге, ну там понятно, там турнир делится, там условно Карлсон, Сой, Раджабов, там они, у них свой турнир, там остальные люди свой турнир. И как-то, ну так, я посмотрел, что вот там пятое место вроде относительно моего положения, я стартую с там последнего, там пятое место, мне надо обогнать кучу людей, это, по-моему, там то ли 10, то ли 15 тысяч долларов. И там изначально это была еще такая тема, что вот надо будет куда-то ехать, они изначально говорили, что Сан-Франциско, там виза, там как бы и так далее. Другая причина, что просто я разочаровался немножко в онлайне в последнее время, потому что, ну, это тонкий такой лед, да, очень, то есть, ну, я попробуй думаю, по нему пройти. Я думаю, да, ты меня поймешь, если я буду подбирать слова, но, скажем так, как бы вот атмосфера, скажем так, в этих онлайн-турнирах по сравнению с предыдущим годом, на мой взгляд, стала чуть-чуть нездоровой, и как бы... Ну, там понятно, что вот слово читерство, да, оно лежит как бы на поверхности. И, скажем так, ну, там я и другие есть, я знаю, что ведущие игроки, да, там изображение, если люди хотят, они сами об этом скажут. Есть люди, скажем так, в том числе я, которые не на 100% уверены, что там все всегда играют честно. Как это не значит, причем, что, как сказать, что мы даем там, что кто-то точно читер, это вот именно... как бы вот это чувство, что ты не уверен в обратном. И для меня это просто, ну, это уже как бы большой психологический дискомфорт. То есть, может, все играют и сами, но меня нервирует, что я уже в этом не уверен на 100%. И тогда, ну, как-то, то есть, сложно сидеть там, условно, неделю готовиться к этому турниру, чтобы вот потом играть с каким-то таким чувством неопределенности. Да, то есть, понятно, что это... Как бы, ну, я вообще параноик со стажем, да, там надо понимать, я с Сашей Морозевичем там как бы очень много лет работал. Ну, воспитан, да? Да, я действительно параноик со стажем, но реально, ну, действительно есть такая проблема, что как бы быть пол... То есть, ну, на мой взгляд, если ты на 100% уверен в том, что все играют сами, то, в принципе, просто идет, потому что быть на 100% уверенным глупо, возможности миллион. Отдельные какие-то партии, ходы, результаты, они, в общем, навевали какие-то определенные мысли, условно.
Даня, вот можешь мне пояснить, пожалуйста, поскольку это невозможно понять, если ты не играешь. Вот ощущение человека, откуда рождается это ощущение, что человек играет не сам? Опять же, мы никого не обвиняем, кто читерит, кто не читерит, их дело, на их совести пусть разбираются с ЧЕС-24, с Богом. Нет, так потому что никто там, не читерит, вот именно, да, да, да. То есть тут вопрос, как рождается подозрение. Если ощущение рождается у тебя, как ты выражаешься, параноика со стажем, оно рождается не только у тебя, я общаюсь с широким кругом людей, оно рождается у всех, с кем я общаюсь. Uh-huh. Строго у всех. Особенно у тех, кто играл в этих турнирах. Uh-huh. Вот ты можешь объяснить механику рождения этого чувства? Как оно рождается? Вот ты играешь, и ты чувствуешь, что слишком ровная кладка. Или как бы, ну так нельзя хорошо вот целиком играть турнир. Или вот что это такое вот? Ну, во-первых, я тебе скажу такую вещь. Есть, мне кажется, очень хорошая формула. Я ее услышал от Димы Кряквина. То есть, uh-huh. я не знаю, это его авторство или нет, но поскольку я не знаю первоисточник, будем считать, uh-huh. что это Дима. И будем надеяться, что это так и есть. Он как-то мне заметил, он говорит, ты знаешь, говорит, я считаю, что вообще подозрения в читерстве, они практически всегда верны. Потому что когда человек играет сам, их никогда не возникает. Вот об этом я и говорю. Это на самом деле спорное довольно. То есть, ну, это невозможно доказать, как бы, но что-то в этом есть. Uh-huh. И действительно, вот каждый раз, проходя этот круг размышлений, да, что ты что-то там начал сомневаться, потом ты думаешь, да нет, это просто паранойя, там, да, я уже схожу с ума. Но потом ты неожиданно начинаешь думать о том, что вообще-то есть люди, которые играют феноменально и показывают феноменальные результаты, и тебе в голову про них это не приходит. И вот, поэтому, ну, как рождается? То есть мы все, по крайней мере, люди, которые играют в этих турнирах, да, ну что, ну мы все там... скромно я скажу, большие профессионалы, да, то есть есть какие-то вещи, которые тебе просто кажутся маловероятными, то есть там может быть отдельное решение, может быть, что там какой-то там, допустим, человек, там, который всю жизнь играет в там одном стиле и одной манере, начинает играть абсолютно по-другому, uh-huh. по-другому расходовать время. Ну, то есть мы же на самом деле, там, я в меньшей степени, да, там, потому что я моложе большинства там этих ребят, но в принципе там все же друг с другом играют 10-15 лет, там люди друг с другом времени провели больше, чем с женами. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, мы друг друга чувствуем в некотором роде. И действительно бывает, что люди меняются. Причем это как бы не всегда значит, что, ну, не то, что не всегда, это не обязательно значит читерство, mm. но ты чувствуешь какое-то разительное изменение, которое, ну, оно произойти могло как бы по разным причинам, но это удивительно. Таких изменений в мире шахмат, даже вот на моем веку как профессионала, ну, были они. Очень сильно, например, вот изменился, вот если привести пример такого изменения, которое, ну, явно вообще никаких подозрений не вызывает, очень сильно изменился, например, Сергей Корякин. Да, то есть он был, ну, это вот именно психотип изменился, то есть он был, ну, заметно гораздо более нервный, там, легко возбудимый. Uh-huh. И сейчас это просто абсолютно другой человек психологически. Я понимаю, кстати, он работал с психологом, это помогло. Вот, uh-huh. но, в принципе, ну, тебе просто начинает казаться, что это просто другой человек. Да, и тогда ты начинаешь думать, что как-то это странно. Даже если этот человек где-то, причем, ну там, не обязательно он тебя обыгрывает, но просто это как-то странно все. Ну и вот с этим ощущением играть уже. Да, просто, ну, сложно. Как бы вживую это проще, да, ты думаешь, ну просто человек поменялся. Когда мы вот так сидим, ну, как сказать, трудно отделаться. И еще раз, да, дело не в том, что, как сказать, дело не в том, что кто-то точно читер, дело в том, что ты не можешь быть на 100% уверен, что это не так. И именно в такой ситуации, ну, трудно вот эти какие-то сомнения, да, трудно их игнорировать и трудно с ними играть. Я реально не знаю, я же не говорю, что кто-то там обязательно читер, я просто говорю, что, ну, вот, как бы некомфортно. Когда ты играешь вживую просто, если турнир хорошо организован, эти сомнения, они уходят после того, ну, вот там есть сканер, есть то, есть это, то есть ты смотришь, нет, ну, технически, как бы, невозможно, значит, просто человек поменялся. Ну, значит, просто он так играет этот турнир, и все отлично. А сейчас мы просто достигли стадии, когда... там, ну, опять же, я не буду называть фамилии, но мы достигли стадии, когда там идет какой-нибудь онлайн-турнир, там, условно, кто-то делает один ход, и там мне в чат прилетает, там, условно, от трех разных сильных и очень сильных гроссмейстеров, что вот, там, как можно так пойти? Угу. То есть, на самом, ну, что это, типа, нереально. На самом деле, мы уже чуть-чуть двинулись, в этом тоже есть, как бы, доля прав, потому что, на мой взгляд, нет ни одного хода, который человек сделать не может. То есть, в принципе, компьютерная игра, она отличается больше именно, вот, как бы, стабильностью. То есть нет, на мой взгляд, ни одного решения, которое для человека физически невозможно. То есть все вот эти разговоры, что там ход там человеческий, нечеловеческий, но мы их используем, мы как профессионалы понимаем, о чем мы говорим, но при том там есть очень талантливые люди, есть разные дни,
Есть еще что-то, и я по себе знаю, что, в принципе, бывает там отдельные дни, когда ты можешь сделать вообще любой ход, сколько угодно хороший, сколько угодно плохой. И все это мало значит. Но просто в сумме, когда у тебя нет вот этого никакого базиса, что вообще-то все организовано нормально, да, это, как сказать, мне просто неприятно. То есть просто мне не хочется играть, но я, слава богу, это как бы не значит, что я вообще эти турниры больше не буду играть. Наверное, буду, но если позовут. Но как просто, ну вот сейчас как бы мне не хотелось. Я как-то этого наелся и, в общем... Понятно. Скажи, пожалуйста, а как тебе кажется вообще вот эти турниры, которые онлайн проходят, у них все-таки большой призовой фонд, если в общем и целом взять серию, это 10 турниров, которые ну, заполнили по сути собой пустой календарь прошлого года и, так сказать, так скажем, полупустой календарь этого года. Вот уже можно как-то оценить, я хотел с тобой пообщаться на эту тему сейчас, потому что, ну, какой-то вот, по ощущениям, острая фаза шахматной пандемии закончилась, пошли офлайн турниры, причем они пошли как грибы, раз-раз-раз, вот один за одним, я имею в виду турниры вживую. А вот эта онлайн-жизнь, она сохраняется пока. Да. Сейчас у нас будет какое-то время, видимо, параллельной жизни, поскольку ЧЕС-24, понятно, что уходить никуда не собирается. А правда, отмечу, что кроме них никого нет. То есть никаких ну, больше... Ну, может, наоборот, появится, то есть может быть, вообще да. больше да. будет. Как ты вообще вот оцениваешь вот эти... Ну, по сути, 2 года, которые вот прошли, поскольку, если взять ситуацию 2 года назад, у нас был титулованный вторник, где там играли люди, которым нечего было делать в целом, и сейчас, когда там играет чемпион мира, играют сильнейшие шахматисты мира, разыгрываются огромные по шахматным меркам деньги, вот как бы плюс это для нас, минус это, или это нельзя в таких категориях оценивать? Ну, кстати, возвращаясь на этот вопрос, я сейчас отвечу просто про титулованный вторник, ты мне напомнил, просто вот еще, да, там, кто про онлайн-турниры, ну, вот сейчас они играют этот гранд-финал, там просто на днях меня просто восхитило, то есть там был матч на Накамура Раджабов, где, естественно, опять был миллион партий ферзь e4, ферзь d4 в Берлине, но просто меня больше всего восхитило, что Накамура абсолютно открыто, параллельно с этим матчем, катнул титульный вторник. Да, но на самом деле прикол в том, что это было в матче с СО. Накамура Раджабов, они катнули 4 в ничью, ну, быстро расписали, и потом он еще один матч расписал. Да, ну хорошо, я ошибся. Но я просто к тому, что, ну, еще одна из причин, что, честно говоря, мне это кажется, ну, мне это просто кажется неправильным с точки зрения профессиональной. То есть, там, у меня много недостатков, но у меня ферзь e4, ферзь d4 в жизни 0 партий, да, то есть даже в близ такую как не найдешь, насколько я знаю, по крайней мере. Вот, я спрятал. В сознании. Да. Будучи в сознании таких партий. Да, то есть мне кажется, это как бы неуважение к зрителю. Я ничего не говорю там вживую, там условно, да. Ну, конечно, у любого профессионального шахматиста практически бывали какие-то там как бы ну, договорные ничьи, но это как бы окей. То есть у меня их очень мало, и даже если ты ее делаешь, ну, надо иметь уважение к зрителям. Ну, там, составьте красивую партию, тогда раз в год ты можешь это сделать, на мой взгляд, но это как бы не... Да. Это как бы, ну, одна из традиций игры, хотя вообще-то по-хорошему это и договорняк тоже. Ну, это уже так это у нас. Это типичный договорняк, но это но делали всегда так, все. Ну, у нас так повелось, мне кажется, разница в том, что в отличие там от футбола или еще чего-то, это, как правило, результат именно вроде мат ожидания, да, то есть именно сплавить партию, это действительно дикий криминал, то есть где там придут как бы с молотком как бы все профессионалы, но вот ничья, ну, скорее всего, так бы сыграли в ничью, да, типа. Вот, но, соответственно, что в принципе, да, ты играешь какой-то странный турнир, где люди вот так делают, тебе это не нравится, им за это вообще ничего не бывает. Ты как-то, то есть, ну вот как-то хочешь ли ты с этим ассоциироваться? Так, ну не очень, честно говоря. А вопрос про онлайн, я не знаю, мне кажется, вот первый год был очень успешный. Ну, не только потому, что я выиграл турнир, да, но, в принципе, мне кажется, вот интерес на старте был огромный. Я помню, я сам увлеченно следил там за первым турниром, куда меня не позвали. Потом я очень увлеченно играл. Я думаю, отчасти это было связано с тем, что действительно был карантин и живых турниров не было, но мне кажется, отчасти это было связано и с тем, что просто это было что-то новое. И, в принципе, новое, мне кажется, что не делай, люди будут следить. Сейчас, честно говоря, это уже приелось. Я уже, ну, то не играю этот финал, я, честно говоря, вообще там, кто там как идет, я там могу посмотреть результаты матчей. Условно, ну, там, может быть, один день из двух я посмотрю какие-то отдельные партии отдельного матча. Какой-то день я, ну, просто что-то они сыграли там, ну, и бог с ними. И вот, то есть интерес, мне кажется, спал. Как эксперимент, мне кажется, это было очень любопытно. Действительно, и первый год, мне кажется, причем, ну, у меня много друзей именно, которые следят за шахматами. Как любители было, да, безумно интересно, да, это такая как бы новая штука.
Плюс там бы еще, мне кажется, люди немножко забыли. Там на самом деле один из интересных моментов этого был, что там был такой вопрос, там на старте много люди про это говорили, что смогут ли вообще люди с какой-то более-менее адекватной концентрацией играть в онлайне не в блиц. То есть это же вообще первый опыт, когда люди именно продолжительное какое-то время, да, они играют там не по 3 минуты. И мы же изначально все жаловались, что вообще непривычно что-то сидеть и думать. То есть там уже как бы рука привыкла просто дрыгать мышкой, да. Вот, в этом плане, ну, ответ получен. То есть могут, естественно, лучшие шахматисты перед монитором тоже точно так же думать. Ну, в целом, как его оценить? То есть, как, ну, это явно намного лучше, чем ничего. То есть, безусловно, для как бы периода, когда не было живых шахмат, это, на мой взгляд, ну, просто было замечательное решение, все с ним супер, как бы и так далее. Сейчас, ну, можно играть, но мне кажется, это уже стало какое-то вот переливание из пустого в порожнее. Там туда-сюда. То есть, даже эти онлайн-олимпиады не всем понятно. Первая онлайн-олимпиада была типа как альтернатива нормальная, и вторая типа, что просто типа почему бы и нет там, да, то есть уже как даже не всем понятно, что все эти турниры значат, и то есть вот в них как самостоятельное явление я не то что не верю, но они мне просто мало интересны. И мне кажется, на самом деле именно поэтому, в том числе, поэтому и результат как бы упал вот именно вот этой зрительской аудитории, потому что тогда не было живых турниров, и ты как бы, ну, то есть люди хотят знать... Вот... результат я не уверен, что упал. Может, и не упал, я не знаю, среди моих знакомых упал, честно говоря. Значит, упал. Да, да, но я имею в виду, что в принципе, то есть тогда не было живых турниров, ты хочешь знать, вот люди год сидят дома, ты по-прежнему хочешь знать, кто лучший в мире, это, естественно, желание там в любом виде спорта всех зрителей, и ты мог смотреть только это. Сейчас, ну, как бы что, вот был претендентский, есть Тавангер, есть то, есть это, то есть люди играют в шахматы, ты и так прям понимаешь, кто как играет, и этот онлайн, он как бы не несет в себе, то есть уже кажется абсолютно наивным делать по нему какие-то выводы, да, большие. И в этой связи, ну, это стало какая-то просто такая некая ниша, которая, я думаю, там для спонсорских денег, в принципе, будет привлекательной еще много лет, я думаю, что все у нее будет нормально. Но, мне кажется, и профессионалы, и зрители, скажем так, перестали относиться к этому как-то, вот как-то иначе, чем как шоу. На старте для меня это в плане спортивного результата, значит, очень много. Потому что больше ничего не было, ну, и вот ты там, ты к ним прорвался каким-то странным окольным путем, не вживую, а в онлайн, но вот там, наконец-то ты с ними сыграешь, наконец-то ты можешь говорить, вот я выиграл такой турнир, сейчас эти турниры там каждый месяц, как бы выиграли их уже прям на там, ну не все, кому не лень, но так, никаких там гарантий, ничего нет, в то же время идут живые турниры, никто тебе не мешает пойти набрать рейтинг, там выиграть претендентский, еще что-нибудь сделать. Вот, и в принципе, ну, это уже стало некое такое эксибишн, которое, ну, кому-то интересно, кому-то неинтересно. Понятно. Ты сейчас вернулся за доску, собственно, не играли долго. Сейчас вот серия турниров, Кубок мира, команда чемпионат Европы. Какие ощущения вообще? Что-то поменялось за эти год-полтора? Простое, вынужденное. Ну, в смысле, был просто в шахматах, как бы, да, вот каково и игра, в шахматах, и в твоем ощущении от игры вживую? Ну, мое ощущение, мне трудно сказать, оно, наверное, поменялось, но, честно говоря, смутно помню, как было до этого, потому что, ну, я на самом деле даже вот когда шахматы тогда как бы закончились на какой-то период, у меня это было вообще смешно, что у меня был такой момент, что я сыграл, по-моему, в Вейке, сейчас какой год, 21-й? Да. Я сыграл, наверное, в Вейке 20-го года. 19-го. 19-го. А, может быть и 20-го. Мне кажется, кстати. 20-го, да, да. Наверное. 20-го. Да, 20-го. И там в какой-то момент была реальная вероятность, что мой следующий турнир будет в Вейк 21-го. То есть в итоге я сыграл там еще какие-то полубессмысленные командные и суперфинал. Да, но я к тому, что у меня в любом случае, у меня как-то и так были какие-то большие паузы. И для меня, что была пандемия, то есть там был уже какой-то период, когда я, в принципе, мог бы играть, но так получалось, что не играл по разным причинам. Поэтому, ну, для меня как-то возвращаться всегда, честно говоря, тяжеловато, надо признать. Как-то, ну, я не могу сказать, что в полной мере удалось, честно говоря, то есть, что... То есть, вот суперфинал, мне казалось, я играл более-менее, вот, я чувствовал себя на своем месте, мне казалось, вот, как-то я так втянулся, вот, это нормальный, сильный суперфинал в Москве, там, я играю, в принципе, как, ну, вот, там... Не то, что идеально, но не было ощущения, что ты вот там пришел и спросил, какой сейчас год, грубо говоря. Кубок мира и вот сейчас клубный, ну, такое ощущение отчасти есть, но это всегда практика, то есть ты постепенно вкатываешься. В этом и идея, в принципе, была, как бы сыграть, например, этот клубный, да, чтобы потом ты играешь там этот Grand Swiss в Риге, ты там опять не смотрел на все там, что это вообще за фигуры там, где, а шахматы, где мышка. Ощущение вот от живых турниров, что-то поменялось? Как поменялось? Просто это очень интересный момент, что, в принципе, не менялись рейтинги долгое время. И в этой связи стало не всем понятно, кто есть кто.
Потому что там многие молодые, ну, очевидно, да, там люди работали, прогрессировали. Я даже в себя в этом отношении верю, но есть люди, чей прогресс там, ну, намного более убедительным был, наверное. Но они рейтинг набрать не могли. И сейчас какой-то такой странный период, что, ну, со временем должна произойти вот эта компенсация, наверное, даже гиперкомпенсация на коротком отрезке. Но пока она в полной мере не произошла, и как-то вообще не совсем понятно. То есть какие-то люди, там, 650, которые на вид уже там готовые семисотники. Есть какие-то люди, которые... там не готовые семисотники. То есть ты смотришь, там в этом отношении даже Кубок мира, ну вот вообще не всем понятно, вот этот Ивич там, ну просто там кто... Там много людей прошло. Там кто далеко, ты... Да. Нет, ну Ивич просто кто ты такой. То есть он видно, что он здорово играет, ему даже не сказать, что везло. Ну там... Он там приехал с рейтингом, по-моему, там 560, сегодня у него, по-моему, уже там 620. Что это значит, я не знаю, может он уже там готовый семисотник, может нет. Или там вот эти молодые ребята из Узбекистана тоже. Ну, то есть там понятно, что люди проходят там Фируджу, Домингеса, Гири. То есть, ну, это вряд ли все это совпадение, вряд ли они просто там пятисотники или слабые шестисотники. Ну, да. Ну, короче, появилось много таких людей со знаком вопроса, которые просто вот пока их сила должна проясниться. Точно так же кто-то и вверх улетел, что, ну, тоже как бы здорово, но тоже это надо подтверждать, да? То есть там Андрюшка, например. Андрюшка там сейчас как набрал огромный рейтинг, здорово играет. Да. Здорово играет, но вот опять, то есть надо понять, что это. То есть пока не всем понятно, да, вот короткая дистанция, что это. То есть, может быть, ему повезло, и он на самом деле пока там, ну, вот просто где-то в районе 2700, просто хорошая волна. Может, он, наоборот, уже гигант шахмат, и там, как бы, достижение Магнуса чудесное, что он его обыграл в равном матче. То есть, там, не то, что это успех для Андрея, а на самом деле, ну, тому там чудом повезло, и у него будет там, типа, 770 скоро. То есть просто много таких стало людей, которые, ну вот трудно сказать, что происходит, потому что этой жизни не было, люди работали, кто-то наоборот не работал, это тоже минус идет. И вот, поэтому вот это странное ощущение, то есть ты играешь как-то в турнирах, и вот эти все рейтинги вообще, то есть раньше ты больше понимал, что это значит, сейчас ты как-то вообще не можешь понять. Есть несоответствие, да, между рейтингом. Да, ну вот у тебя там какой-то рейтинг, и типа там 3 партии за 2 года, и что я должен думать, черт его знает, что должен думать. Понятно. Мы вот сейчас ты коснулся темы Олимпиады. Во-первых, поздравляю с победой. Спасибо. Онлайн, не онлайн, неважно, играли за сборную, выиграли, мы рады. Россия сейчас неожиданно для меня, по крайней мере, чемпион чуть ли не везде. Мы выиграли последний командный чемпионат мужской, выиграли команду мира, команду чемпионата Европы, онлайн Олимпиаду. Я надеюсь, сегодня наши доблестные девушки победят на командном чемпионате мира. Ну, в общем, какая-то вот Ян вышел на матч. Какая-то вот это случайность, это отражение реально нашей какой-то силы в шахматах, или это ни то, ни другое? Вот каково место как бы шахматной России на общей мировой карте сейчас? А как тебе кажется? Ну, Россия я воспринимал всегда так, что... То есть я вот какой-то, мне кажется, даже, кстати, вот, ну, какая-то мотивационная речь была от меня такая Андрею Есипенко, на вот старой еще, как бы, онлайн-олимпиаде. Андрей сейчас, кстати, очень прибавил в психологическом плане, и сам может уже там кому угодно объяснить, как бы, что такое сборная России. Но я ему тогда, вот была такая мотивационная речь, что я ему объяснял, я искренне в это верю, что вот сборная России в шахматах, это как Бразилия в футболе. То есть у нас будут там разные периоды, как бы у нас может быть очень сильный состав, лучший в мире, не лучший в мире, там один из... Но мы, в принципе, великая команда, это великая футболка, и что, в принципе, эта команда должна всегда играть там на первое место, она должна играть на победу с кем угодно, никого не бояться, идти вперед. Это вот такой там Манчестер Юнайтед, если хочешь. То есть, ну, это вот некая такая футболка, которая обязывает тебя к великим свершениям, да? Соответственно, то, что сейчас происходит, да, мне кажется, это в районе матожидания. То есть ты так это подаешь, как будто это только что стало происходить. Но на самом деле, ну, наши женщины все выигрывали там и до этого. Ребята, ну, хорошо, мы выиграли Европу, до этого мы поделили первое место. Чемпионаты мира мы там тоже выигрывали много раз. То есть реально для нас Олимпиада — это такой камень преткновения. Ну, был там тяжелый период, вот когда я еще был в федерации, мы выиграли только чемпионат мира, вот я помню, в 2013 году в Турции. Ну, и там, и потом тоже долго как-то вот кроме Европы особо не удавалось ни на мире, ни на Олимпиаде. Ну, может быть, но просто это еще сейчас сильно, сейчас мир мне, то есть, ну, ты это подаешь как некое такое глобальное явление, но на самом деле, давай там объясним зрителям, есть реально 3 турнира у мужской сборной России, это чемпионат Европы, чемпионат мира и Олимпиада. Олимпиада по-прежнему, значит, у нас не идет, реально чемпионат мира и чемпионат Европы, чемпионат мира — это круговой турнир, куда реально, ну, кроме нас, то есть там американцы как бы не приезжают сильным составом, да, то есть там реально играет Китай, там иногда он играет лучшим составом, там, ну, чаще всего, да, по-моему, иногда они играют не лучшим, но, в принципе, это такой турнир, где вот как бы надо обойти сборную Китая и несколько более слабых команд, по круговой системе причем.
В общем, его мы играли, ну, там, где-то мы выиграли, где-то мы не выиграли, где-то, я помню, мы проиграли Китаю, там, какой-то матч не выиграли. Ну, то есть, там примерно, ну, у нас шансы в районе 50% каждый раз. Чемпионат Европы — это швейцарка, где мы всегда, как бы, подавляющие фавориты, потому что, к счастью для нас, ни Китай, ни Америка не допускаются к чемпионату Европы. То есть, мы заметные фавориты, но мы играем против математики, потому что это швейцарка, и там всегда будет какая-то команда, которая будет складываться. И, в общем, вам в какой-то момент, как бы вы здорово не играли, там в какой-то момент это упрется в один решающий матч, там три решающих хода. Соответственно, ну, вот последний раз мы в Батуми выиграли, но мы выиграли супер на зубах, там, я помню, то есть, там, перед последним туром у нас на победу было процентов 25-30. Условно, могли бы и не выиграть, то есть, это вот один ход, что там Украина обыгрывает Хорватию или не обыгрывает. Если обыгрывает, мы не выигрываем. Ну, они не выиграли. Ну, не обыграл там Иванчук Шарича, условно. Да, и, ну, а до этого, там, допустим, на Крите там мы поделили первое, второе с Азербайджаном, ну, хуже у нас оказались показатели. Ну, тоже мы последний матч играем с немцами, там, ну, что тут, типа, если мы выигрываем, по-моему, 3,5, нам, по-моему, хватало, а мы выиграли, типа, 3-1, ну, что-то такое. Часто. То есть, ну, это всегда миллиметры, и это вообще в спорте для меня, кстати, ну, такая... В спорте всегда миллиметры. Да, но меня очень раздражает, вот это я в спорте не люблю, честно говоря, когда вот... Ну, уже готовы какие-то вот пафосные речи, что там лучшая великая команда, да, там, как вот условно в футболе даже, там, это великая Барселона, Гвардиола, ну, да, там, забивает Иньеста на последней минуте, потом им пенальти не ставит, и вот они становятся великой командой. Я, причем, болею за Барселону всю жизнь, но это просто такой момент есть и в шахматах. Даже Магнус, там тоже все его там вот говорят, вот, он там эти тайбрейки, он там к этому ведет, он там знает, что он его выиграет. Ну, тоже, ребят, ну, это один день. То есть, ну просто пока вот он выиграл 2 из 2, ну просто пока так выглядит, он выиграл 2 из 2, да, очень убедительно, но реально это один день, это как бы не так уверенно, то есть, я не сомневаюсь, что накануне этих тайбрейков Магнус, ой, как, в общем, тревожненько, да, потому что, а вот заболит животик, и все, это там один день, ты все поставил там на какие-то партии в Рапид. Ну, у нас точно так же, то есть, у нас очень сильная команда, и в последнее время просто, мне кажется, еще ветер дует в паруса. Ветер в паруса, это хорошо. Вопрос. Давай поговорим о Магнусе и Яне, раз уж ты коснулся Магнуса, как бы. Ты был с Магнусом на матче на первенство мира, да? Ну, как с Магнусом? Помогал. Ну, я был в его команде, да. Вообще, что такое матч на первенство мира? Какие твои ощущения? У меня в последнее время почему-то эта тема стала... А я не знаю, я не был на самом матче, я, честно говоря, не знаю. А ты не был на матче? Нет, ну я ему помогал, но я помогал дистанционно. Ну, по ощущениям твоим. Напряжение колоссальное, не колоссальное, сильно отличается от обычного турнира? Да, не, ну отличается, конечно. То есть для меня это было... Для меня было, наверное, в первую очередь крайне своеобразным ощущение, что... Ну, мне свойственно так, знаешь, чуть-чуть как бы романтично рассуждать. То есть, ну, меня как-то искренне вот как-то... Я не мог понять, как к этому относиться. Вот как-то меня то ли восхищало, то ли удивляло. Что-то я, в общем, чувствовал такое странное в связи с тем, что вот я сижу сейчас ночью, что-то смотрю, и вот завтра вот там, в зависимости от моего файла, это может возникнуть на доске, да, и вот сейчас вот этим кликанием я могу повлиять на ход шахматной истории. То есть это реально не притянуто за уши, а вот как бы... Вот так, в этом плане это было странно. Напряжение, ну, как сказать, ну оно было, но для меня оно было, ну, есть напряжение. Что я могу сказать? То есть для меня, опять, просто поскольку это был первый опыт, я это все видел в таких... Наверное, светлых тонах, да, вот у нас там супер матч. То есть я думаю, что там для там, Питера Хайна Нильсона, который стал моим там более-менее добрым товарищем, я думаю, что другое, да, там он выиграл уже как бы миллион матчей, там, да, и он хочет выиграть все. И там для него это вот какая-то борьба там уже за величие и так далее. Я на это так смотрел, вау, круто, я посмотрю изнутри, Магнус фаворит, там, скорее всего, мы выиграем, ну, не выиграем, я буду жить дальше, то есть как бы очень интересный опыт, да, поэтому я это, честно говоря, так не ощущал. Работать приходилось много, это мне скорее нравилось, то есть, да, ты там месяц по 10 часов в день, нормально. А не раскрывая того, что ты не можешь раскрыть, каков Магнус в работе вообще, как начальник, как бы. Ну, потому что там мы знаем, я много слышал истории о том, что когда там все складывается хорошо, шахматист прекрасно, все, там, Володя Крамник или кто-то еще, а если вот, значит, возникают трудности, то шахматист, играющий матч на первенство мира, превращается в исчадие ада, как бы, и треплет нервы так, как никто. То есть, как бы на нас его какая-то возможная фрустрация вообще никак не отражалась. То есть, она, если и была, ее поглощали, видимо, какие-то другие люди. Там, может быть, папа, еще кто-то. Ну, то есть, ну а сама работа, как тебе показалось, там умно выстроена, вот как-то по-чемпионски. Мне кажется, что да. То есть, у меня общее впечатление такое, что. Ну, есть вот
я так это условно для себя делю, что есть некая, вот, ну, я по-прежнему ее называю советской, но сейчас это уже российская некая такая, что ли, система подготовки, там вот как люди анализируют и так далее, есть некая европейская модель. А это что такое? Это чем отличается? Ну, это отличается, грубо говоря, тем, что у нас, на мой взгляд, все, что происходит вот именно в рамках доски, на мой взгляд, на самом деле, мы делаем лучше. То есть мы, как бы, ну, мне кажется, в среднем мы чуть глубже понимаем игру, мы чуть больше понимаем, как надо думать, что надо искать и так далее. Но они нас намного сильнее в том, как все организовано. Намного сильнее. С какой-то... Ну, там как бы никогда не потеряется файл. Там любой файл доводится дума, да? Ты не можешь просто что-то ночь посмотреть, там что-то вот просто послать в каком-то непричесанном виде и забыть на полгода. А у меня, например, так часто бывает. Да, то есть там всегда нет. Там файлы, как бы, файл должен быть, доведет дума. Если вы едете на сборы, там все продумано, там, где вы живете, там то, все, там будет нормальная еда. То есть там, ну, не будет никакого... То есть у нас это выглядит как-то ровно на оборожке, это лучшие аналитики мира едут почему-то на круглое озеро, в какое-то место, где там плохо кормят, там примерно, да, какой-то бассейн, после которого у тебя пятна, где абсолютно нечего делать, и мы садимся и занимаемся шахматами, то есть такое ощущение, что идея в том, как бы, наших власть имущих, что мы ленивые, и что, в принципе, если не поместить нас в место, где настолько плохо и скучно, мы заниматься не будем, то есть это единственный способ, да, что как бы вот еще в тюрьму нас посадить, там вот как Тимон говорил, да, дайте мне там типа стол, стул, шахматную доску, типа я довольно долго протяну прогулки раз в день, вот там это прям так и выглядит. На самом деле на КПД, на мой взгляд, это сказывается не здорово. То есть после сборов российской команды мне лично надо еще отдыхать, как правило, чуть-чуть, потому что, ну, это такой какой-то почти... Ну, не то, что военный сбор, но там часто выбор мест там довольно странный, там и так далее. У них наоборот, это, как правило, классные места, там enjoy yourself, там они как-то заботятся о том, чтобы ты себя чувствовал важно. То есть очень, очень профессиональный подход к работе. Вот с точки зрения психологической такой и вот какой-то около шахматной, мне кажется, что да. То есть там нету такого, что там, а где фигуры? Там, ну, да, да, забыли. А часы, там вот батарейка, а что, других нет. А там. Сам Магнус, в, ну ты с ним там и, понятно, и общался много, и вы играли блиц. А много и в турнирах ты с ним играл онлайн. А вообще вот в работе вот этот какой-то гений виден? Ощущается? Что вот этот действительно выдающийся шахматист абсолютно как бы из первой когорты? Или ты такого, ну, не, да, но я с ним много играл, я не знаю, для меня, да. Для меня все, в принципе, делятся на Магнуса и всех остальных. Даже из тех, кто раньше был? Ну, из тех, или кто... Нет, сравнивать? Ну, я имею в виду из тех, с кем я лично вот как-то взаимодействовал, там я не могу судить. Трудно сказать, хотя понятно, что он намного сильнее, потому что игра ушла далеко вперед, ну, у него просто упознаний больше, но для меня очевидно разделение. То есть для меня, вот, на мой взгляд, есть один человек, я так вот искренне, я для себя решил, что в принципе, вот когда я играю в свою лучшую игру, мне пофигу на всех, как бы никто меня никогда не обыграет, когда я играю в свою лучшую игру, кроме вот, возможно, одного человека в лучший день. То есть вот это я признаю, что нет, вот там, если он играет в свою лучшую игру, ну как бы я все проиграю. Я, конечно, буду набирать очки, я буду выигрывать партию, но я проиграю. С кем другим мне трудно это признать, то есть, может, я проиграю, но, по крайней мере, я себе в этом как бы, ну, не даю что-то, да? То есть, мне все время кажется, что мои проблемы, они какие-то... А что он умеет делать того, что не умеют другие? Он, как бы, ну, он сильнее всех по отдельности, потому что он умеет делать все, и с каждым отдельным человеком он может, как бы, вот именно построить игру на, как бы, тех участках, да, где человек слабее. То есть его сила как раз в том, я не думаю на самом деле, что кроме, может быть, игрового эндшпиля, есть что-то в шахматах, что он делает лучше всех в мире. Я правда так не думаю. Но нет, в принципе, ни одной вещи, которую он там не делает в топ-3, в топ-4. И это позволяет ему, там, если ты гениальный тактик, но он просто как бы не даст тебе этого всего. То есть я тоже прекрасно понимаю, я с ним пообщался, окей, да, вот там люди говорят, я выиграл у него там кучу партий, у меня с ним чуть ли не положительный счет. Но я тоже понимаю, что, ну, это пока, потому что мы играем преимущественно вот там онлайн, то что это какой-то рапид, и потому что он просто развлекается, и он дает мне играть. Но я просто понимаю, что если мы сядем один на один, и он начнет играть строго на результат, то как бы, ну, просто не будет этих веселых партий, мне будет намного тяжелее подойти к воротам, мне будет очень тяжело. То есть там надо понимать, что, ну, как бы, то есть вот неким ребятам, типа меня там или... Ну, Фируджи того же, мне кажется, он еще по-своему развлекается, что вот пришли какие-то молодые, ну, давай посмотрим, что ты стоишь, там, я дам тебе сложную, типа, играй. Но если там человек сядет играть жестко на результат очень строго, то будет сложно. В то же время с каким-то человеком, там, который сам играет строго, ну, условно, вот Серега тот же самый, он, наоборот, будет играть там более сложно, потому что он, скорее всего, играет получше. Да. И у него очень трудно найти слабое место, плюс у него лучшие нервы, и он вообще не... Как бы, то есть он, я думаю, абсолютный номер один в мире по игре после поражений.
Его то есть не выводит из себя, да? Его не то, что не выводит, он просто, мне кажется, играет еще лучше. Причем он как бы не начинает психовать, он не лезет отыгрываться. Ну, то есть вот этот матч, мы не знаем, чем он закончится, но вот сейчас был Ставангер. В этом плане, на мой взгляд, очень показательный. Они с Яном оба играли ни шатка, ни валка. Ян в какой-то момент что там проиграл партию, потом проиграл Тари, турнир пошел под откос. Магнус сделал миллион ничьих, там что-то все говорили, игра не идет. Он проиграл Сереге, все там что-то совсем его похоронили, там через 4 или 5 дней он единолично выиграл турнир. Он просто выиграл там сколько-то там подряд. Ну, и вот это, конечно, уникально. То есть я, ну, тут как бы удивительное такое самообладание или там свойство психики или еще что-то, да, которое позволяет ему, то, в принципе, вообще у него качество игры не проседает. Я, кстати, обращал внимание много раз, я с ним играл много в Близ, там 10-12 партий я могу у него выиграть матчи не раз и не два, то есть как бы вот реально я играю на пределе, как бы, да, я могу. Но проблема в том, ну, мне трудно выдержать, то есть мне, чтобы играть на максимум, это очень энергозатратно. Но вот как только, ну, вот, больше партий, ну все, как бы, тут ничего не можешь сделать. Сам матч с партией 20, там, ты можешь вести после 12, но вот последние 8 там будет очень тяжело. Это за счет просто, видимо, какой-то фантастической природной физической формы. Это совокупность, да? Мне кажется, физической формы и плюс там самообладание. То есть там надо понимать, что все-таки, когда ты, ну, долго играешь на пределе, то все-таки надо понимать, что это часы именно игры. В какой-то момент у тебя уже как будто зевок, ну реально, ну это начинает раздражать где-то. Он может зевнуть ладью, и следующую партию он будет играть, как будто ничего не было. И это будет там даже в 18-19. То есть, при том, что мы неоднократно видели проявление его очень сильных эмоций сразу после партии, там, с Грищуком в Берлине, с Иванчуком в Берлине, это на правда, чемпионат мира по блицу, в онлайне периодически. Нет, это правда, это правда, но это, кстати, мне кажется, я об этом думал, мне кажется, это вообще разные вещи, если честно. Мне кажется, вот это называется темперамент. И он, нет, он эмоциональный, безусловно, он и на футболе будет орать. Это все понятно, но это называется темперамент, это, мне кажется, другое. То есть не то, что люди, которые сидят вот как статуи там и истуканы, как бы не то, что у них крепче нервная система, это просто другое. Не то, что Грищук или Камский психологически устойчивее, чем Магнус. Просто другое, это просто темперамент. Ну кто-то там так себя ведет, кто-то так себя ведет. Но то есть на самом деле бывает, что человек ведет себя очень спокойно, но играть потом вообще не может. Я, кстати, знаю по себе. Вот, а бывает, ну он там что-то поорал, ну окей там. Дайте ему 3 минуты, все нормально, все окей, да? Сели, да, играем. То есть это просто поверхностный эмоций, который он как бы мне кажется, убрал да, и все, да? Мне кажется, да, да, то есть это вообще как бы не показатель какого-то там психоза, еще чего-то. Заканчивая с матчем, я вообще не люблю перед матчем говорить о матче, потому что, ну, как-то что-нибудь скажешь, потом все будет не так, будешь потом выглядеть слабо. Как тебе кажется, с чем связан такой очевидный совершенно прогресс Яна? Вот еще 2 года назад Ян там с трудом попадал в гран-при, сейчас он готовится к матчу на первенство мира. Это все-таки большой прогресс, он выиграл, как бы занял 2-е место в серии гран-при, выиграл турнир претендентов, по сути, 2 отдельных турнира. С чем ты связываешь этот прогресс? Нет, ну, во-первых, он, очевидно, взялся немножко за ум. Просто я его знаю уже неплохо тоже, и ну, не секрет, что там были периоды, он был уже 700-ником, но занимался там шахматами 3 часа в неделю. Сейчас, может быть, уже там 20 или 40. 5. Ну, я не знаю, да, да. То есть, очевидно, он стал серьезнее к этому относиться. Мне кажется, он чувствует, честно говоря, я так смотрю на него. Он как-то понял, в конце концов, что часики тикают. Жизнь идет. Что все-таки, да, там понятно, что он огромный талант. Понятно, что, в принципе, именно с его талантом как бы практически никогда не поздно начать. Как бы, да, и вот уже как бы по-серьезному попробовать. Но, в принципе, он этот момент приближал как мог. Он, мне кажется, понял, что... Как бы пора напрячься, собственно. То есть, что вот уже, ну, пришло время, когда реально уже мы там как бы отгуляли свое, и там уже были и второгодниками, и все. Ну, пора уже вот что-то, кроме таланта, продемонстрировать миру, и он сделал. А второй фактор, мне кажется, опять, это как возвращаясь к там, то, что мы говорили про спорт, это на самом деле просто везение. И это, мне кажется, тоже глупо отрицать, потому что, ну, там, из этой серии гран-при он мог и не выйти. Более того, там, на мой взгляд, я до сих пор считаю, что это крайне несправедливо. Там, на самом деле, крайне некрасивый момент, что когда он играл в Иерусалиме против Фошье, они играли матч за выход, и реально это был крайне, на мой взгляд, ну, то есть такого нельзя допускать, что, в принципе, вроде по-спортивному они в одинаковой ситуации, только Фошье надо было обязательно выигрывать, а он не помнит, чего был, если бы он не вышел через гран-при, у него в кармане был матч как бы с Алексеенко еще. За вайлдкарт. Да, и это, конечно, ну, как бы, то есть понятно, что вайлдкарт это наша извечная проблема, даже ФИДЕ как бы не отрицает, что это не идеально, просто мы не можем пока от этого уйти в силу финансовых причин, но это, конечно, давало ему огромный как бы комфорт подавляющий, да, и
Ну, понимаешь, это все так, то есть тоже, ну что, вот он выиграл первый гран-при, потом в Гамбурге он вылетел, по-моему, в первом круге, проиграл Дуде. Ну, в том же Иерусалиме, ну вот, ну что, он играл, по-моему, чуть ли не в первом круге с нашим с тобой близким другом Борисом Гельфандом. Да, и мог ну, там ну, уже, Бориса да. было выиграно, ну, это спорт, тут опять же, ну... Нет, ну, я и говорю, то есть это на самом деле не надо, то есть надо понимать, что кто-то все равно, то есть ты можешь как бы ретроспективно попробовать, посмотреть, что, понимаешь, кто-то должен выиграть претендентский. Просто математически, даже вот если все как бы дурью маются, кто-то все равно должен выиграть претендентский, и про кого-то ты все равно будешь говорить, что вот огромный прогресс, он вышел. Да, то есть, то есть есть еще такой момент, он безусловно молодец, но на самом деле каждый раз есть там несколько людей, которые могут выиграть. Ну я здесь верю в какую-то высшую закономерность шахматную, знаешь. Так скажем. Всегда спорт, всегда и шахматы решаются от одного хода, можно и ладью зевнуть, как наши близкие товарищи это делали в финалах Кубка мира там и так далее. Можно, это всегда, можно. Но все побеждает вот как-то в итоге. В итоге все равно, ну... Что? У нас случайные чемпионы мира есть? Ну, что такое случайное? Ну, человек, который не заслужил это своей игрой, не знаю, который не играл на этом уровне. Ну, Эви обыграл Алехина в матче. Нет, у нас есть люди, которые заслуживали и не стали. Вот, это да, в это я могу поверить. Так это то же самое, нет, я и говорю, что, безусловно, каждый раз есть 2-3 человека, которые огромные молодцы, много работают, полностью заслуживают, безусловно. Ну да, кто из них пройдет, это всегда немножко лотерея. Безусловно, конечно, да, нет, это я не спорю. Я и говорю, безусловно, Ян очень сильно прибавил, да, но... Скажем так, назвать его безоговорочно, очевидно, вторым шахматистом мира я пока и близко не готов. Как бы не в обиду ему будет сказано, ну, огромный да. молодец, просто то, что вот он разорвет там Каруану или Динго, мне, честно говоря, абсолютно не очевидно. А Магнуса? Магнуса, ну, тоже не очевидно, посмотрим. Но матч, какой ты матч ожидаешь, вот по как бы, как сказать, по структуре? Да я, честно говоря, ничего уже как бы не ожидаю, я с Магнусом уже перестал. Для меня Магнус уже такой, честно говоря, как Майкл Джордан, я на него смотрю, там... Угу. Может, там сколько угодно казаться, что он проиграет, все равно там выигрывают немцы. Угу, Майкл Джордан бросает победную трешку, то есть как-то я не знаю. То есть вот даже сейчас вот этот Ставангер, это ну просто там сколько уже мы видели этих чудес, там уже кажется, что это просто невозможно. Там, ну нет, он все равно выигрывает. Матч, я как бы не знаю, ну я думаю, есть два сценария, да, то есть я думаю, что либо, скажем так, либо кто-то как бы отрывается на старте и уверенно выигрывает матч, либо, если никто не отрывается на старте, то, мне кажется, ну, Магнус заметный довольно фаворит, хотя, ну, понятно, что там процентов 30 там всегда есть у Яна. Просто это вот опять, возвращаясь, там, Магнус там предопределено, не предопределено, то есть реально во всей его карьере единственный человек, да, которого он обыграл как бы в классику в матче на первенство мира, это Аннант. Ну да. Да, более того, там за там, два других матча на первенство мира он выиграл одну партию в шахматы. Я поэтому и спрашиваю. Да, то есть поэтому как бы это все так там предопределено. Мне кажется, что в матче он очень нервничает, и в матче он играет гораздо слабее. Ну, может быть. Не, ну он играет гораздо строже скорее. Он просто играет как бы... Он проигрывать не любит в матчах, да? То есть он всегда верит, что с равным счетом он более сильный шахматист, что надо держать как бы под контролем. Плюс в матчах очень сложно отыгрываться. Шанс, да, да. Что шанс представится, главное вот как бы не выйти в минус, да? Что как бы с равного счета, ну, рано или поздно мы там дождемся. То есть рано или поздно скажется класс. Ну, просто, понимаешь, все эти разговоры про предопределенность, ну, а извини меня, вот выиграл бы Фабия. А что, у них-то рейтинг отличался на 4 пункта. Вот тоже было предопределено, что вот единственный его конкурент на длинной дистанции тоже там 2.830 набрал, тоже предопределено. Там он выиграл как бы Сент-Луис 7-7, там вспомните, вот было ясно, что это вот он и есть. Или Ян там сейчас выигрывает тоже, он его обыграл еще в юниорах, там бла-бла-бла, там да, вот у них вечное соперничество. Ну то есть ты ни в какую предопределенность не веришь, да? Ну мне кажется, это просто люди придумывают, к этому можно как угодно относиться, можно верить, можно не верить. Я просто имею в виду, что кто бы не выиграл этот матч, ты можешь сказать, что это было предопределено. Если выиграл Ян, он выиграл, потому что вот он для него еще с детства, там камень преткновения, тот много раз об него спотыкался, тяжело с ним играл, и вот в конце концов там как бы... Споткнулся. Да. А если выиграл Магнус, ну что как бы... И требовал доказать. Да, грубо говоря, да. Тоже было предопределено, что как бы там великий чемпион. Все. Слушай, у меня вот такой последний вопрос не о тебе, скажем так, а вот о твоих взглядах. Вот, лучшая часть вопросов. Скажи, пожалуйста, вот я позавчера брал интервью у Крамника по поводу его матча с Анандом, и он мне доказывал, что матч — это наша священная корова, ее трогать нельзя по разным там причинам. Вообще, ты брал интервью у Дворковича. Да, я был. Общался такой. С ним. Вот ты вообще понимаешь, куда они идут? Вообще глобально, куда идет ФИДЕ? Вот глобально, скажем так, глобально, в плане развития шахмат. Глобально с трудом. Ну, они, как я понимаю, на данный момент их идея, ну, во-первых, они идут к тому, чтобы ССУ власти по виду. Это цель номер один. Ради нее они, в принципе, могут пойти на разные вещи. Именно в плане изменения шахмат как игры. Я там не про какой-то подлог говорю.
Я имею в виду, что если будет вот прям заметно, что общество хочет перехода на рапид, могут перейти. Но если в вакууме их взгляды рассматривать, мне кажется, ну они за матчи, они за классику. Как за классику? Они сейчас командный женский чемпионат мира сделали с этим безумным контролем 45 плюс 10. Ну, я вообще сделали, не понимаю этого контроля. Ну, сделали, но потому ни туда, ни сюда. Ну, сделали, но потому что, как я понимаю, просто эти чемпионаты мира, они, кстати, ну, они его делают как полигон к мужскому, я знаю, что они думают потом так же мужской, прости. Но просто проблема в том, что чемпионат мира вообще никому не нужен. Он никогда не был никому нужен. Ну, я согласен, но просто так зачем его оставлять, если он никому не нужен, да? То есть они пробуют... Тогда надо все шахматы убрать, они вообще никому не нужны. Не, ну еще раз, Илья, я тебе объясняю, что условно чемпионат Европы кому-то нужен, его люди как бы хотят проводить, и туда приезжает миллион команд. А чемпионат мира, туда они наоборот, они не могут команды набрать, американцы посылают 10-й состав, и вообще непонятно, кому это надо, кроме сборной России, там, с ее вечно сравнительно высокими гонорарами. И поэтому они пробуют, ну, какой-то формат, что, ну, давайте так попробуем, может, это будет интереснее людям. То есть, действительно, чемпионат мира, ну, мне как зрителю тоже наименее интересный командный турнир. Что там, круговой, ну, как бы... Так, то есть там какие-то там три нормальные команды. Ну, а гран-при плюс... кому интересно? Ну, а гран-при кому интересно? Не, ну гран-при мне лично намного интереснее, конечно. Ну, потому что это там играют за выход на матч на Нет, ну в гран-при мере. Меньше проходных, но просто там я реально не понимаю, ну там играет 8-10 команд, из которых там 3, это условно Россия, там Индия, там Китай, ну плюс хорошо Америка своим там четвертым составом, а еще там играет какой-нибудь там Египет, например. Ну, то есть там половину матчей вообще непонятно, ну, да, к чему они, как бы. В гран-при все-таки таких матчей нет, то есть там нет какого-то матча, который ты точно знаешь результат. Собственно, вот я играл тогда гран-при, я в первом круге играл, я был то просто... То есть ты как бы видишь, что, извини, что нас ждет некий переход к рапиду вообще, да? Так это как куда-то как контроль снижается. Я, скажем так, вижу, мне кажется, я вижу некоторое противоречие между, скажем так, объективной реальностью, запросами зрителей, запросами массовой аудитории и неким видением ФИДы сегодня. Вот что я вижу. То есть мне кажется, что некое естественное течение событий для шахмат в вакууме, если абстрагироваться от конкретно этой там ФИДы, да, что это реально, да, что переходить на рапид, что больше играть в рапид, больше играть в блиц, может быть, начинать играть в шахматы Фишера. И вот там, ну, там турниры типа Вейка, там, допустим, им, скорее всего, будет тяжело, то их можно вот оставить как именно такой памятник эпохи, но что, в принципе, некие соревновательные шахматы, на мой взгляд, должны переходить в рапид. И это, ну, мне кажется, я, кстати, от этого не в восторге, мне очень нравится классика, она мне нравится больше, в рапиде я, наверное, играю сильнее относительно, там, грубо говоря, поля, да-да-да-да, но, как бы, мне очень нравится классика, но объективно вот такова реальность, мне кажется. Они, тем не менее, безусловно, будут бороться там за классику. Они в смысле ФИД? Да-да, ну, Эмиль Сутовский там и так далее, конечно, они будут бороться. Нет, ну, как раз есть... при Эмиле Сутовском произошло главное уменьшение контроля, ну, вот сейчас, как бы... Ну, на самом деле, он так тихо прошел этот турнир сейчас, но очевидно, что это не просто так, что взяли, как бы, уменьшили контроль. Слушай, вообще... да непонятно, но опять, я не хочу показаться как бы сексистом, но там реально эти женские турниры, они как угодно их проведут, лишь бы их можно было продать и там куда-нибудь, ну, то есть... Это правда. Это самые же минусовые турниры, там же поэтому и были, конечно, эти гран-при в Тегеране, то есть их трудно, ну, как бы... К сожалению, именно финансовая реальность, да, девушки, не обижайтесь на меня. А Кирсан Николаевич Рамжинов всегда говорил, пришел к руководству шахматами, будь готов тратить деньги. Нет, правильно, правильно. Он тоже знал. Нет, правильно, я просто имею в виду, что вот это событие, ты его как бы, ну, воспринимаешь как некое начало больших перемен, я в этом не уверен, посмотрим. То есть... Нет, я не воспринимаю, я просто смотрю знаки, я вижу везде знаки, что, во-первых, ФИД меняет формат проведения каждого турнира следующего, то есть гран-при поменяли, Кубок мира в финале не две партии, а четыре, матч на первенстве мира не 12 партий, а 14 партий, зато... играем блоками по три партии, что по мне просто... Но зато 14, а не 12 в классику, тут тоже можно увидеть знак. Опять изменения. Нет, изменения, но каждый тут, турнир меняется. Нет, изменения, но тут оно в сторону классики. Я тебе и говорю, ты как бы... Оно не в сторону классики, оно в сторону просто удлинения турнира. Хотя он пройдет в те же сроки, что и 12 партий из-за того, что меньше выходных. Да, да, ну хорошо, но тем не менее 14 партий, а не 12 партий. Я не критикую, не обвиняю, я просто пытаюсь понять, потому что происходят изменения постоянные. Человек, который в шахматном мире находится 20 лет, к изменениям отношусь, вздрагивая сразу. Ну, по привычке, знаешь, там макро с Кирсаном что-то придумали. Господи, что ж сейчас будет, сейчас нас всех закроют. Да, да, но ты просто, мне кажется, пытаешься видеть знаки в каком-то таком полухаотическом, как бы, движении электронов, мне кажется. То есть, ну, какие знаки, там сейчас было онлайн, не онлайн, то есть это все... Ну, может быть. Ладно. Много факторов, я не знаю, я бы не... Мне кажется, скажем так, и вот их личное, вот на уровне личной позиции Эмиля Сутовского, личной позиции Аркадия Дворковича, мне кажется, что реально шахматы — это классика, и что как бы за классику надо бороться всеми силами.
Мне эта позиция симпатична, но просто мне в нее трудно. То есть, как бы, как абстрактный зритель, я за них. В то, что, скажем так, вот мы не прогнемся под изменчивый мир, да, и сохраним это все так, мне трудно поверить. Если сохраним, супер. Ну, да. Хорошо. А бог с ними, только бы проводили все. Скажи, пожалуйста, я вот готовюсь к интервью, я вот честно, ну, нашел какую-то информацию, но ее очень мало. Почему-то тебя никто об этом не спрашивал, несмотря на все твои многочисленные интервью. Как твое прошло детство? Как ты попал в шахматы? Как ты начал заниматься шахматами? Вот ну, какой-то период до, скажем так, 2009 года, вот этот вот период, можешь как-то вообще рассказать? Да могу. Ну, я попал в шахматы, как и большинство детей, наверное, попадает, потому что играл кто-то из родителей, да, у меня дед там шахматный арбитр, папа очень сильный такой хороший кандидат в мастера, до сих пор, кстати, играет в блиц там, как несколько раз в неделю. Соответственно, ну, по-моему, легенда гласит, я уже смутно помню, но я, по-моему, видел, как отец с кем-то играл. Я что-то там, что научите, меня отдали в секцию, соответственно, мы жили, вот у меня там дом родителей находится в Новогиреево, меня отдали в ближайшую, то есть там было тогда три реально нормальные шахматные школы, это вот клуб Петросяна, дворец пионеров и Перовская, меня отдали, естественно, в Перовскую, потому что она была ближе всего. Я попал к замечательному тренеру изначально Михаилу Григорьевичу Рывкину, мне как-то привили вот любовь к шахматам там, мы что-то там, да, мы занимались перерывами на какой-то футбол там короткий. То есть как раз там было вот супер именно для детей, чтобы, ну, не внушить столько отвращения, как сейчас, мне кажется, многие делают, а наоборот, это было супер в удовольствие. Нина Ивановна Башвеева тоже со мной занималась. А потом как-то, ну, я, честно говоря, не знаю, ну, и вот как-то я сыграл чемпионат Москвы до 8 лет, по-моему, занял какое-то третье место, что ли, мог занять первое, ну, вроде стал какой-то там талантливый, вроде как бы, да, как-то продолжил заниматься. То есть у меня, скажем так, у меня родители изначально не были, мне кажется, в бурном восторге от, ну, вот, да, перспективы, да? Перспективы шахматной карьеры, да, и, ну, просто каждый раз происходили какие-то вещи, которые, ну, там, трудно было игнорировать, да, то есть я там, когда мне было 9 лет, я выиграл там чемпионат России, по-моему, по быстрым шахматам на год старше, что там, ну, тоже там, как бы, очень странное такое событие, потом там, я не знаю, в 13 лет или там в 12, я не помню, стал мастером, потом в 14 гроссмейстером, ну, как бы, как-то вот оно само, да, подталкивало. То есть реально даже когда я заканчивал школу, скажем так, это не было абсолютно очевидно, и, собственно, я, наверное, из-за этого много потерял. Именно в плане шахмат. Эдуард Львович какой-то принимал в этом активное участие? Или просто ему было приятно, что ты в шахматах? Я бы не назвал его активным, но как бы иногда он просто мог помочь именно с решением какого-то конкретного вопроса. То есть вот тренера найти, например. Да? То есть там, к тому же Сергею Юрьевичу Шипову, мы, мне кажется, вот обращались уж там через дедушку. То есть тоже, ну это не, ну это вот какая-то типа рекомендация, да, такая могла быть. А так особо нет. То есть, ну, у нас были отличные отношения, но мы виделись там, я не знаю, несколько раз в год. Именно вне шахмат, в смысле. Вот. Нет, ну контакт был отличный, просто, как сказать. Ну, близкого нет. Ну, мы как-то жили далеко. Да нет, у нас были отличные отношения. Он приезжал к нам иногда домой. Ну, как-то слушай, просто. Ну, понятно. Ну, просто, а дедушка и дедушка. Дедушка, да, да. Дедушка такой вот, ну, как бы не тот, который, грубо говоря, там в детстве там эту коляску возил и водил тебя на футбол. То есть, он такой, не производил такого. Такой дедушка, да, у меня с другой как раз стороны, а там вот дедушка, да, такой, там умный дедушка, который, если что, поможет нам. А кто повлиял на тебя больше всего? Вот в период. Ну, еще раз, период лет, наверное, до того момента, когда ты уже почувствовал, что все, ты шахматный профессионал, ты будешь этим заниматься всю жизнь, ты это любишь, и это твое дело. Кто оказал на тебя наибольшее такое воздействие, может быть, передал какую-то шахматную философию, культуру? Шахматную философию? Наверное, Каспаров, я думаю. Опосредованно? Да, я просто читал эти книги. То есть вот это, мне кажется, лучший подарок, который мне в свое время сделали. Мне кто-то там... мои великие... Мне разные люди, да, дарили эти книги, да-да. И вот как-то... То есть я их реально, я их там прочел. Я вот там, у тебя лежит том. Я, ну, как бы там было время, я знал просто почти наизусть. Сейчас там, то есть я даже могу там разговаривать вот цитатами там по 5 предложений из этой книги. Я помню там примечания и так далее. У меня еще, кстати, вот есть в моих знаниях такая дыра, что он вот потом приложение как бы выпускал. Там выходит типа второй том, и он там указывает на косяки первого. Да. Вот эту часть я плохо помню, я пропускал. С косяками. Я помню оригинал, да. Вот, и как-то вот это сильно на меня повлияло. А так, именно в плане философии мне трудно сказать. То есть Василий Владимирович Гагарин, там мне очень близкий человек, я к нему пришел, там, да, занимался шахматами, когда мне было 9, а вот мы вместе ездили там на турниры серии Гран-при.
То есть мы всю дорогу, то есть мы где-то занимались, потом в какой-то момент отсталось такой просто дружеское общение, это мне очень близкий человек, да, которому я полностью доверяю там поехать со мной на турнир, вот Василий Владимирович Гагарин. Да, это мой друг, там я понимаю, что вот мы можем поехать, там все будет нормально, да, как бы. Но это уже перешло там, ну не то, что я посажу его, да, там условно анализировать Грюнфельд, это уже больше там какие-то просто разговоры о вечном там или еще что-то. Хотя психологический комфорт, естественно, важен. Саша, да, Саша, конечно, тоже, но Саша, я не могу, кстати, сказать, что это было очень интересно, но я не могу сказать, мне кажется, именно вот в плане шахмат у нас чуть-чуть разная философия. То есть в плане философии, конечно, Борис. В плане философии так-то, Борис конечно, Гельфин, да, конечно, Борис, но другое дело, что, ну, наверное, когда мы начали общаться, в принципе, она у меня такая же и была. То есть там понятно, что я встретился с неким там адептом, да, вот... своего направления, там, естественно, я все это углубил, я посмотрел, как там люди работают и так далее, но, в принципе, я сам и понимал, что так и надо, и я сам так уже начинал работать. Просто мне показали, да, я на этом пути, я его прошел там намного быстрее, потому что мне там, ну, условно, показали, чего делать не надо, а что делать надо, да, и я там... А что это за путь? Меньше шишек набил. Ты о чем сейчас говоришь вообще? Ну, это какие-то там основополагающие есть, что ли, моменты, да, там, для каждого игрока, там, которые надо для себя, условно, решить. Вот, ну и я и Борис их, в принципе, вот как-то видели для себя схожим образом. Ну, это, например, там условно, вот хочешь ли ты играть, например, там черными все дебюты, или ты хочешь играть там 1-2, но знать их очень глубоко. Или там насколько широко белыми. Или там, ну, какие-то, да, там как мы относимся к каким-то хаотичным там осложнениям, насколько мы любим рисковать там еще. Ну, то есть Борис это почерк, да, когда я смотрю партии Бориса, это, ну, это столь же яркий игровой почерк, как Таль, например, то есть яркий в том отношении, что его легко узнать, как бы, я понимаю, да, это вот концепция, это мышление концепциями, это местами, наверное, излишняя упертость в защите своих концепций. Это, ну, я Бориса сам как бы за это ругаю часто. Я говорю, ну что вы там играете одно и то же в сотый раз, но не подготовиться. Он говорит, ну что, ну линия же нормальная, я же ее смотрел. Я говорю, ну какая разница, что она нормальная, там, ну, как бы мы все не запомним, там, ну лучше чуть-чуть сбить, там, зачем подставляться. Ну, там, я все это бла-бла-бла-бла-бла-бла, а сейчас я там, допустим, играю там на онлайн-олимпиаде с Шонгом, там тоже Шонг выходит там дебютную линию, где я могу сыграть свой вариант, который это вот единственное, что от меня можно ждать. И там действительно у белых много попыток, и я его там не повторял полгода условно. А могу сыграть что угодно другое, и тогда он этого не ожидал, и я еще более-менее помню. Ну, естественно, это наш дебют, мы должны его защищать. Там. А, все, это как бы где-то уже сидит, да? Мы типа принимаем этот бой, да-да. Вот в этом отношении как бы мы с Борисом видим шахматы одинаково. Саша Морозевич, например, мне кажется, абсолютно другой. То есть он, ну, мне, по крайней мере, он говорил всегда, что, в принципе, само понятие основной дебют, оно... Ну, такое немножко архаичное, как бы. Сегодня у нас один что вот ты посмотрел, да, вот последний месяц что-то анализировал, если это проходит, это и есть твой основной дебют. Мы с Борисом видим это иначе. То есть, вот твой основной дебют, это то, ты вот над этим долго думал, тебе подходит эта философия. Мы там играем в Челябинске, как бы, ну, не потому что это просто проходит. То, что вот мы так это видим, это вот здравая игра. Ты хочешь там C5, конь C6, а каждый ход развивающий, каждый ход вперед. Это там игра на динамику. И вот что вот та, это вот, ну, как бы в нашем понимании именно это такая игра в кость. С первого хода, то есть это вот вообще... Вот так надо, вот так как бы надо играть в шахматы. Да, вот мы считаем, что да, да, то есть это вот наше некое такое как бы восприятие, что вот это вот хитрое маневрирование, такое полубессмысленное ползание, это нам как бы вот, ну или осмысленное ползание, нам как? Это как бы сложнее понять, у нас игра вот как бы такая в лобешник как бы. И тебе это подходит? Мне это очень подходит и по темпераменту, по характеру, да? И по, да-да-да, то есть вот для меня это очень как бы естественно. То есть Борис-то на самом деле, при всей его почему-то считают, ну, таким академиком, именно в том числе в значении... Скучный. Да, скучный, но на самом деле для меня-то, ну, у него очень агрессивный позиционный стиль, это такая советская школа, и как раз если он... На него просто глядя не заподозришь, что он может быть агрессивен. Но у него еще не соответствие игры и внешнего вида, у него такой внешний вид добрый, хороший, как бы он как дедушка такой, как папа, дедушка такой, как бы... А тут он как бы может вперед там прижать тебя. Не, ну он может играть по-разному, но просто его концепция именно в том, что и моя, в принципе, тоже, я пытаюсь, по крайней мере, так играть, что ты в любой ситуации ты делаешь ход, который считаешь принципиальным. Если это ход, который там жертва ладьи, ты жертвуешь ладью. Если ты можешь пожертвовать ладью, но ты веришь, что вот ты можешь перейти в лучший эндшпиль, а после жертвы ладьи, скорее всего, у тебя не лучше, да, то Борис приходит в эндшпиль, я там по ситуации, да, но, по крайней мере, мне хочется верить, что тоже перейду. То а есть, это вообще значит... подход, он, как ты любишь говорить, по математически, он же вряд ли приносит много очков.
Ну, он где-то приносит, где-то ты теряешь, конечно. Нет, так я тебе об этом и рассказываю, что вот бариста, на мой взгляд, на самом деле... То есть люди тоже немножко вот переоценивают, да, что что-то возраст, не возраст, там, да, то есть почему условно было 740, а сейчас там условно меньше. Да, там возраст, не возраст, на самом деле я там говорю, сейчас главная проблема в том, сейчас движки просто ушли вперед очень сильно. Просто раньше была идея в том, что ты мог действительно сидеть и ты мог 10 лет смотреть там антимосковские, челябинские, там русскую, и ты действительно мог никого не бояться, потому что если, ну, как бы какой-нибудь там шахматист 2650 или даже 2720 молодой садился с вечера смотреть эту позицию, у него было ровно 0 шансов посмотреть ее лучше, чем ты за все это время. То есть у тебя везде были идеи на опережение, они были хорошими, компьютер многое не понимал и так далее, и так далее. Сейчас главная проблема, что если сядет просто нормальный шахматист и с нуля посмотрит один час, то реально тебе просто будут пробивать пенальти. То есть у тебя практически не будет шансов на переход. Это реально ты не преувеличиваешь, да? Реально, реально, конечно, да. То есть у тебя практически не будет шансов на переход. Но это все-таки из-за широкого... Ну, как-то из-за более широких знаний, ну, все, то есть все знают, и нужно только в конкретную точку куда-то, как бы. Нет, мне кажется, думать просто меньше стало надо. Просто очень протыкал, сильно. Да. А? Ну, да, то есть протыкал. Усилились компьютеры. Просто раньше часто можно было перекрутить. Да, мы же все видим одни и те же линии, что раньше, что сейчас. Просто разница в том, что сейчас компьютер практически не ошибается. А раньше, ну, как бы вы там могли там реально. Причем это было уже не так давно, это даже я вот застал этот период, как бы золотой. Что реально мы сидим, смотрим там этот Росалима, я не знаю, я сижу, смотрю, 3 недели, я не знаю оценку, ну, я не осилил, знаешь, как говорится, вот, а как бы сейчас просто реально, ну, вот за счет искусственного интеллекта во многом огромный рывок вперед, и вот какие-то такие ошибки на уровне там человеческого понимания, да, какие-то, очень трудно допустить, и реально вот эта разница между, как бы, вот анализом 2 месяца и анализом 1 вечера, она стала меньше намного. И реально теперь как бы тот фактор, что человек смотрел это вечером, а ты 3 недели назад остался, а то, что ты смотрел глубоко, а он типа не глубоко, это как раз как бы нивелировалось. И именно в этом, мне кажется, ну, одна из главных на самом деле проблем Бориса в плане результатов, что он по-прежнему играет так, как хочет и так, как считает нужным, и я там это ценю в плане борьбы за концепции, но... Жизнь ушла вперед. Нет, ну не то жизнь ушла, но просто действительно, то есть приходят молодые ребята, и там какая-то вот там летит одноразовая идея там и так далее, то есть ты можешь не вспомнить, но они не могут посмотреть настолько плохо, чтобы ты черными за счет анализа лучше получил. То есть раньше это бывало сплошь и рядом. Совсем же недавно, вот что, вот мы играли там с Фаби, что мы черными там прессинговали в этом Росалима, там были, там я там придумывал у каждой партии новую идею, там какие-то человеческие идеи, компьютер ничего не понимал, он везде писал 0.30, там какие-то идеи, черные перекручивали, ты там двигаешь, выясняется, что у черных вообще нормально, где-то вообще там лучше, может быть, в какой-то позиции, где компьютер пишет на 0.5 в пользу белых, может лучше быть у черных, сейчас все, это как бы... Это 18-й год. Да, прошло-то, да. Ну... Нет, ну вот прошло появление искусственного интеллекта. 3 года и все, да? Да. Нет, ну это не 3 года, это вот реально, на самом деле, с появлением искусственного интеллекта шахматы прошли путь там лет 50, я думаю, может, больше. И просто, да, то есть теперь как бы, вот буквально вчера я сидел с Давидом Паровяном, и мы вели точно такой же философский диалог, что лучше как бы, да, играть черными, корректный дебют, который ты много смотрел, но ты, очевидно, подставляешься под вот именно подготовку к этой партии, тебя чем-то удивят. И там, ну, дай бог ты это смотрел, тогда надо будет только вспомнить, еще мог и не смотреть, тогда будешь играть против анализа, и это никогда не будет глупо, потому что, ну, как бы его идея не будет глупой, да, понятно, потому что компьютеры умные. Либо, может быть, сразу вообще сыграть чушь, ладно, бог с ним, у нас хуже, но хотя бы у него нет анализа, пусть он лучше, грубо говоря, сам играет лучшую позицию, чем с подготовкой равную. То есть раньше выбор был прост, мы смотрим то, что мы играем там целыми днями, и как бы никого не боимся на своей территории. Сейчас это понятие территории чуть-чуть потеряло, как бы... Как тебе такие, жить в таких шахматах? Все нормально? Ну, мне меньше нравится, потому что мне вот, да, мой как бы темперамент, он как раз вот схож, да, то есть мое желание схоже как раз с желанием Бориса, да, я хочу играть там... В шахматы. Ну, есть такая байка, да, какая-то, по-моему, про Рубинштейна, что ли, что где-то он там играл какой-то турнир, у него возникла какая-то позиция... где, значит, там Алехин незадолго до этого придумал какую-то там сильную идею. И Рубинштейн типа об этом знал, но он сделал какой-то там другой ход там свой. И тот у него типа потом спросил, что а вот, ну почему вы вот так не пошли? А тот ему говорит, ну это не мой ход. А, вот так. Как бы. То есть вот такое, мне по-прежнему, ну, понятие, да, мне хочется как бы, да, я хочу играть свои дебюты. Мне хотелось бы, да, у меня может быть, ну там это тяжелее становится. Но мне хочется, вот да, мне хочется играть свои... То есть, на самом деле, даже по-прежнему, даже сейчас у меня, ну вот люди говорят, Дубов, ну что значит Дубов? Дубов это реально, значит, у каталонцев, он пошел на G2, как бы там будут идеи, там как бы довольно глубокое понимание, да? Или это там, ну, с большой вероятностью Челябинский.
То есть это реально, это вот, ну как думаешь, Гельфанд тоже, ну видишь русскую, челябинский, там черными, да, как бы то же самое. Но реально это время, оно просто, видимо, ну то есть так становится тяжелее делать, да, вот в этих дебютах, чтобы продолжать так играть, тебе нужно в 10 раз больше работы. Как бы, просто, да? Да, и сейчас адаптация, то есть как бы наоборот, надо учиться играть разные позиции, везде придумывать там, шел Е4, у тебя была идея на одну партию, ты ее пульнул, там в следующий раз пошел С4. Да? Полуидеями, как раньше говорили. Ну, грубо говоря, да. Скажи, пожалуйста, у тебя в какой ты стадии карьеры сейчас, как тебе кажется, какая у тебя мотивация, о чем ты сейчас думаешь, на что ты ориентируешься, куда ты стремишься? Ну, все-таки ты вот там, условно, до пандемии, у тебя не было 2700, сейчас ты вошел вот от какой-то клуб, то есть какое-то ощущение, что это какой-то плацдарм для возможных дальнейшего пути, как бы ты этот путь, как бы вот как ты видишь сейчас? Да, ну как тебе сказать? Или ты живешь вот как? Не, ну я просто, я не люблю эти абстрактные заявления, там, что что-то вернуть корону, не вернуть корону, куда-то там выйти, не выйти, но там понятно, что если бы я не верил, скажем так, что все у меня будет хорошо, я бы просто бы не играл. То есть быть условно какой, я сейчас там, не знаю, своим 2700, там сколько, 10 или 14, быть там условно 30-м или 20-м, мне реально не интересно. А хочешь ты быть? Ну хочешь, я же не говорю, станешь, ну, первым хочешь. Место. Не, ну лучше всего быть первым, я тебе могу сказать, лучше всего быть первым, дальше второе место идет, то есть на третьем третье. Да. Вот, то есть дальше где-то с 7-8, в принципе, неважно, на мой взгляд. Ну, как бы так все, я говорю, это все эти разговоры просто... Мне кажется, абстрактными. То есть, когда люди приезжают, мне всегда вот смешно. Большая идея всегда кажется абстрактной, но она либо есть, либо нет. Нет, ну она есть в голове, но я имею в виду просто смешно, когда люди приезжают как бы на турнир, там вот спрашивают у Магнус, типа, что вы хотите выиграть турнир? Ну, как бы какого ответа вы ждете? То есть, ну конечно, ну, ты хочешь выиграть турнир, ты хочешь стать чемпионом мира там и так далее, да? То есть, это как бы... А Гришук, допустим, условно, вы не задаете ему этот вопрос, или он сам это не говорит, вы думаете, он не хочет выиграть турнир? Да, конечно, хочет. Все хотят реально, да? То есть, в стадию как бы ремесленника я... слава богу, и близко не вошел. То есть в этом плане шахматы как способ зарабатывания денег именно меня, честно говоря, мало привлекают. Мне... Почему? Почему? Ну, как-то это все нервно. То есть, если бы мне не было интересно, я бы другим занимался. Все было бы тоже нормально. А тебе интересно играть или анализировать? Или и то, и то? Да мне интересно и то, и другое. Но мне интересно, это какой-то странный мир просто такой. Это, мне кажется, как вот у писателей бывают какие-то свои миры, да, вот особенно у фантастов, ты придумал какую-нибудь там типа свою вселенную, и ты или там твои читатели, есть люди, которые фанатируют, да, там вселенной Гарри Поттера или там, я не знаю, или там Властелина колец или еще чего-то, да, и ну, вот эти миры, они как бы, ты в них как бы уже начинаешь почти жить, шахматы просто то же самое, но мне реально нравится то, что происходит на этой доске, это очень абстрактная, странная штука, которая не имеет никакого вообще отношения к жизни, ну вот она, мне кажется, там красивой, да, мне, как сказать... В сутках 24 часа их как надо проводить, там так же, как надо прожить жизнь. То есть мне вот кажется, что способ там, в принципе, наслаждаться вот этим странным интересным миром, его красотой, в принципе, меня устраивает вполне. То есть, в принципе, ты получаешь от этого удовольствие? Огромное, да, конечно. То есть, Мне кажется, не совсем характерно для современных шахматистов. По крайней мере, вот я смотрю на лица играющих онлайн, я вот не вижу, что эти люди вообще способны получить удовольствие. Это я не знаю. Да не, ну я думаю, это не вполне справедливо, но кто-то способен, кто-то не способен, кто-то просто деньги зарабатывает. Нет, ну я в этом плане, я просто правда, я не совсем понимаю, то есть я вот, может, поэтому я еще думал, мы как бы не раз вот с Сашей Рязанцевым даже это обсуждали, который мне там, да, тоже, кстати, оказал на меня уже огромное влияние, я уже состоялся на тот момент и как шахматист, и, в принципе, какие-то человечки у меня были свои какие-то, да, там принципы и понятия, но Саша как раз просто очень удачно совпал, что у него и шахматные, и человеческие понятия такие же, и мы как раз, мне хочется верить, он мой близкий друг, и что мы наоборот как бы друг другу помогли вот устоять в этом изменчивом мире, да, что смотри, есть такие же люди на самом деле, то есть, да, их может мало, но они есть. И, ну, мы тоже не раз обсуждали, что вот как бы ты играешь этот онлайн-турнир, ну, даже тебе нужна ничья для выхода. Ну что, можно пойти ферзь Е4, ферзь Д4. Ну, просто каждый раз не понял, ну, вот если я так пойду, просто зачем я играю-то в эту игру? Ну вот я могу выйти, я могу сыграть там Сойли с Накамурой, ну я могу сыграть партию, ну проиграю. Ну просто вот если я уже как бы достиг стадии, когда я буду ходить так, я лучше не буду играть. Я, собственно, поэтому прекратил играть эти онлайн-турниры, что я чувствую, вот я последний раз, когда играл онлайн-турнир, у меня там была какая-то партия против Накамуры. Мне на финише надо было что-то набрать, по-моему, плюс один, что ли, на дистанции в три партии, или может плюс два. Я играю черными, и там тоже вот я играю Грюнфельд, он ходит G3,
У меня выбор пойти c6, d5, вот сыграть эту тупую симметрию, или пойти там слон g7 на какую-то сложную, где у нас может похуже, но боевая. Я обратил внимание, я пошел c6, мне в голову не пришло так не пойти. Я подумал, что просто если эти турниры доводят меня до вот стадии, когда я даже не думаю о том, чтобы сделать что-то еще, ну так зачем? Просто, то есть тогда это уже действительно лишнее. Я говорю, ферзь e4, ферзь d4 я ни разу не ходил. Ну, уж проиграл больше партий, чем мог бы. Ну, то есть, вот, если я начну так ходить, это будет звоночек. Ты правильно сказал, что многие играют из-за денег. У тебя такая мотивация, вообще, ну, какое место занимает в твоей жизни? Зарабатывать? Да. Больше зарабатывать? Никакое чем? Особо, никакое. Честно говоря. Не, ну как, ну что значит никакое, в смысле, что, как... Говорят на английском, да, что you need to pay the bills, как бы, да, то есть, но да. Какой-то абстрактной цели заработать вот там X денег, яхты, еще что. То есть меня вот абсолютно устраивает жизнь, в которой я живу. Я думаю, грубо говоря, если мне сейчас дать 3 миллиона долларов, моя жизнь вообще не изменится. Грубо говоря, вот что я думаю. То есть, не знаю, можно пойти купить квартиру, но я имею в виду, там, я не начну по-другому питаться, я не начну выходить в другие заведения, я не начну там как-то еще. Принципиально, главное, внутренний. Да, 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 да. Я буду также сидеть, заниматься шахматами. То есть, да, да, там что-то еще делать, ну, как бы, изменится мало. А что кроме шахмат есть? То, что тебя волнует, то, что тебя интересует, то, за чем ты следишь, на что ты уповаешь, я не знаю. Да много, но в последнее время, я, честно говоря, должен признать, этих вещей стало как-то меньше. Потому что как-то за время пандемии, как-то, может быть, я, честно говоря, не знаю, мне кажется, я как-то чуть-чуть вообще отвык за всем следить. То есть я стал следить именно вот в режиме какого-то совсем диванного эксперта. Не, ну я слежу за спортом, да, я слежу пристально, в первую очередь, за теннисом. То есть все, что происходит в теннисе, я представляю себе очень хорошо, там, я думаю, для там, болельщика я разбираюсь как весьма недурно, какие-то там теннисисты и знакомые. Ну, какие-то книги я читаю, да, то есть я слежу там, ну, за какой-то политикой я слежу, я вот там был на этом митинге, да, то есть там тоже, значит, получается, глаза открыты. А, кстати, это что? Это активная, у тебя активная политическая позиция? Я просто как человек аполитичный. Я не знаю, что такое активная. Ну, ты что-то готов чем-то жертвовать ради светлого будущего в своем представлении? Ну, чем жертвовать? Да, ну, в моем понимании, если честно, я понимаю, это тоже, честно говоря, скользкая тема, но, как бы, в моем понимании, в принципе, не надо усложнять. То есть, в моем понимании, все это лицемерие. Что реально, ну, если у тебя активная позиция, то вот как и с Верой, я тоже, честно говоря, никогда не понимаю. Но если у тебя активная позиция, ну, все, как бы, что? Продавай квартиры там, пускай все на какую-то революцию. Если ты готов это делать, вот твоя там активная позиция. У меня такой позиции нет. Революции я как бы не хочу. Соответственно, ну как бы... Ну ты поднимаешь, я извиняюсь, попу с дивана и идешь на митинг. Ты что, ну, ты, и, ну и ты что? Ты же что-то этим хочешь сказать или ты ничего не хочешь? Ну я не знаю, ну и что ты этим хочешь сказать? Ты хочешь этим как бы сказать, мне кажется, на самом деле, что, ну в моем случае, ты хочешь этим сказать, что ты как бы недоволен, и ты типа выразил свою фи, но на самом деле, по большому счету, сделать ты ничего особо не... То есть как бы... На самом деле, реально, может быть, ты не сильно недоволен. Ну, реально, недоволен, это своего рода показательное выступление. Нет, ну, я сильно недоволен, может быть, но это показательное выступление. То есть, тут я просто не всем понимаю. Ну, вы вышли, что вы там два часа как бы погласили, силовики стояли, потом надоело, вас разогнали, вы разошлись. То есть, как бы, ну, разогнали, значит, разогнали, пошли по домам, пошли кушать там дальше, там, жить нормальной жизнью. Да, то есть, по большому счету, не надо как бы переоценивать, мне кажется, честно говоря, масштаб этих... Я как бы, как сказать, ну я это говорю с грустью некоторой, но что, на одиночный пикет я не выйду. Ну, то есть, по крайней мере, без вот, как сказать, абстрактной за какую-то глобальную несправедливость мне в голову не придет. Там за кого-то, вот если да, сейчас вот ну, появилась какая-то тенденция неких таких этих, ну, профсоюзных, что ли, митингов. Да, то есть, если бы вот с кем-то из шахматистов что-то бы случилось, я бы, наверное, мог, мне хочется верить. За каких-то абстрактных людей, которые, очевидно, из-за какой-то там лютой несправедливости оказались где-то не там, где должны, ну, на одиночное не выйду. Выйти в толпе могу, потому что меня там заметили, там не боюсь. Но, как бы, ну, вот это я говорю... Ну, есть определенная грань, ну, это, которую... это какой-то, на мой взгляд, это все вот эта грань, это на самом деле в некотором роде лицемерие. То есть это, ну, как бы, да, что ты можешь говорить, что ты такой, типа, там... Ты сейчас говоришь словами Бердяева про либералов. Ну, просто ну, я сейчас дал. Ну, я же читал Бердяева, мы обсуждали недавно. То есть, по большому счету, что все это значит, какая разница, пошел ты туда, и потом пришли с дубинкой и погнали тебя домой, и ты пришел домой, или ты вообще никуда не пошел. Реально разницы, честно говоря, больше нет, к сожалению. То есть, действительно, у меня есть какие-то абстрактные там наблюдения, при этом мне есть вещи, которые мне не нравятся. Но опять же, надо признать, если бы это было опять, да, смыслом моей жизни, ну, наверное, я не играл бы в шахматы, но тогда вот, если тебя это так волнует, ну, вот иди и занимайся этим. Все-таки очевидно, в конце концов, что вообще какие-то
глобальные процессы с обществом происходящие, наверное, важнее шахмат, да, все-таки. Угу. Ну, как бы я же этого не делаю, там Саша Гречук этого не делает. Ну, это значит, что так, мы вышли там, ну да. Погулять. Ну, условно. Погулять со смыслом, о. Ну, типа, да, да, что вы как бы так продемонстрировали свою позицию, но она не слишком такая агрессивная. Ну, да, что-то недовольное. Ну, нет, нет, там ланта домой пойдем. То есть, ну, как бы. Давай я предлагаю напоследок, как сказать, уважить людей, которые помогают шахматам. Что у тебя за логотип на пиджаке? Это логотип компании Альварес и Марсал. Они являются моими спонсорами. Это международная консалтинговая компания, очень хорошая. Очень важно для меня было, что международная. Угу. Люди делают хорошие дела, любят шахматы. И как раз... Ну, здорово. Для меня, кстати, важно было, что это, то есть, поскольку это международная компания, это, в принципе, не какая-то... Ну, сейчас в России были, да, прецеденты неких таких полублаготворительных контрактов, там все вот эти Фосагра, то есть это вообще как бы к этому отношения не имеет. Я реально горжусь тем, что это взаимовыгодное сотрудничество. То есть реально там есть вещи, которые я делаю. Они любители шахмат или как бы... Ну, как они сказать? В том числе любители шахмат, но как бы действительно есть вещи, которые я могу делать, им помогают, они делают какие-то клиентские мероприятия, там, да, на основе этого там появляются какие-то контакты, какие-то там могут сделки заключаться. Короче, это действительно не благотворительность, по крайней мере, мне так говорят, мне хочется в это верить, и судя по всему, действительно правда. Я этим горжусь, я вообще надеюсь, что в шахматах больше будет такого, что как бы не там откуда-то сверху, просто пришли и там под видом какой-то фирмы. Это будет больше спонсоров. Дали денег на подготовку, а это вот именно реальная такая спонсорская работа, да, что ты что-то делаешь для них, там, как бы, соответственно, за это что делают для тебя, но это действительно взаимовыгодно. В общем, здорово. Мне кажется, вообще это хороший прецедент именно в плане, что, ну, как я могу только призвать шахматистов, что люди вот откройте глаза, да, то есть на самом деле это абсолютно реально, то есть это не то, что только Магнус или только там Корякин или непомнящий, когда выходит на матч, или только с правильными убеждениями можно получить спонсорский контракт. Вообще-то это не так. То есть там, честно говоря, поиск, но это не то, что он занял 2 года. Там реально он там занял несколько месяцев, причем это было там не первый еще, как бы, ну, не первый вариант. Хотя шахматисты всегда находятся в поиске спонсоров. Ну, вот у меня такое ощущение, что не прочь всегда поиметь этого спонсора. Ну, еще раз, мне тут трудно оценить, то есть, ну, безусловно, у меня была, наверное, неплохая стартовая позиция, да, там для этого поиска, но я еще раз говорю, я не нанимал бригаду из 10 человек, чтобы там искать мне спонсора и давайте там любой ценой, там бабки, вот этого не было. И близко, то есть это все делал там один мой просто хороший товарищ Саша Мартынов, да, плюс нам... Саша Мартынов, который работает в ФИДе, ФИДе, да, это мой, кстати, близкий друг, тут я вот, да, никого не боюсь, да, вот ситуация такова, не то, что я фанат ФИДа, но это мой близкий друг, да, действительно. И помог нам очень Андрей Карельский, такой есть известный адвокат в Москве, ну вот, то есть как раз как-то, в принципе, усилиями двух этих людей вот как-то все это и произошло, причем, ну, опять же, ну... Усилия были, но я бы, ну как сказать, это не 2 года поиска там, да, и там обивания порогов. Такого не было, так что это все вполне как бы реально. Не обязательно для этого. Ну, видишь, шахматистам очень сложно выходить за пределы шахматного мира. Это всегда было очень большой проблемой. Ну, это, мне кажется, плохо на самом деле. Очень плохо. То есть я с какого-то момента начал вообще чуть-чуть иначе на это смотреть. То есть, конечно, ну, по-хорошему, если ты вот узнаваемый профессионал, ты, конечно, по-хорошему в некотором роде ты, конечно, амбассадор игры. Конечно. И то есть, ну, надо понимать, что если к тебе как бы на улице, ты идешь там злой, ты только что с кем-то поругался, и к тебе как бы на улице кто-то подошел и попросил фотку, если ты пошлешь этого человека там куда-то, он, в принципе, может как бы сделать вывод не о тебе, это-то ладно, но он может сделать вывод как бы об игре. Да, поэтому, в принципе, ну... Знаешь, это же о более глобальных вещах, это вот это какое-то мироощущение просто. Вот есть как бы мир, внутри этого мира есть маленький мир, или большой, сейчас он немножко расширился, этот мир, за счет пандемии, за счет онлайн, он все-таки так как бы вот... Но все равно он закрытый. Вот есть шахматисты, есть узкая прослойка действительно людей, которые любят эту игру, и которые, а полюбив эту игру, ее разлюбить невозможно, к счастью или к сожалению. И есть вот сейчас появился третий уровень, это вот большая прослойка таких людей, которые, знаешь, ну, они почитают гири в Твиттере, посмотрят, как Карлсон там швырнул бутылку в стенку, как смеется Накамура, им сама игра не интересна. Им интересно вот что-то такое вот полуинтеллектуальное, они, видимо, это считают интеллектуальной частью своей жизни. Но есть еще большой мир, который имеет определенное представление о шахматах, и он с этими шахматами практически не сталкивается. Что произошло с сериалом «Ходок королевы»,
в какой-то там пятый раз за всю историю человечества мир и шахматы столкнулись вот так. И им очень понравилось это. И миру понравилось, и шахматисты были довольны, что в целом. Но потом, как бы раз, и люди, и мы опять разошлись. Ну, тут я должен тебе сказать, хорошо, что ты, кстати, поднял эту тему, потому что была как раз вещь, которую я хотел сказать, но чуть не забыл уже, да. Но сейчас ты напомнил. Мне кажется, главная проблема шахмат именно в плане популяризации, на самом деле, он просто нет журналистов. Их просто нет. У нас вообще нет людей, которые пишут о шахматах и хоть что-то. У нас нет и шахматистов, которые говорят раз-два и обчелся. Это даже не так, как сказать, футболисты тоже не то что великие ораторы. Но они на том фоне, не сравнивают. Футболисты не надо говорить. Ну им не надо говорить вот именно, потому что понятно, что он делает на поле, удар, гол. Понятно, но там опять, им не надо говорить, потому что есть толковые комментаторы, есть хороший сайт, угу. Есть обзоры и так далее. То есть что можно прочесть про шахматы? Чьи вот обзоры тебе нравятся? Реально, шахматная журналистика на русском языке для меня, как она выглядит? Что у нас есть? Есть Евгений Суров, там, да, он талантливый журналист, на мой взгляд, я искренне, кстати, так считаю. Очень талантливый журналист. Он реально талантливый журналист, но реально сейчас там этот сайт превратился в нечто странное, да, потому что он, ну, вот эту свою личную такую политическую, как бы, вендетту перенес на шахматы. Не могу считать, да. Я с уважением отношусь к его политической позиции, но ты заходишь на шахматный сайт как бы не за этим. Да. Про шахматы там стало все меньше, там скорее про, как сказать, там, да. про какие-то косяки там ФИДе или там Кремля или еще чего-то, да. Или козни Филатова. Да, ну грубо говоря, да, то есть ничего хорошего там нет, там уже согласен, есть позиция. Да. Да, дальше что еще есть? Есть сайт Российской шахматной федерации, там как бы работают, ну, можно по-разному как бы оценивать талант этих людей, но у них, очевидно, нет вообще свободы мнения, они пишут, в принципе, что они должны писать. Да, и, грубо говоря, вот это интервью, оно там бы выйти бы не могло вот с этими словами, грубо говоря. Да, то есть что еще есть? Есть Чеспро. Чеспро, да, вот, ну, Чеспро это последний такой островок, как бы это сайт реально, ну, он, собственно, его название, да, описывает, это реально сайт для профессионалов, последний, по-моему, сайт, где я могу вообще что-то прочесть про партии, кто-то включил компьютер и может мне рассказать, что вообще происходило. Ну, и главное, это единственный реальный сайт, там, на самом деле, интервью они делают очень хорошие, это единственный такой сайт, но у них реально, надо признать, у них обороты не те, то есть это замечательно, если бы таких сайтов было 10, все было бы супер, для единственного реально нормального профессионального сайта, просто, ну, их мало там, для того, чтобы создать некую шахматную вселенную, это как кто? Ну нет никого, что? Ну тут вот даже, что, ну что мы говорим, да, значит, я там прямой человек, даже ну, у нас вот как бы Левитов, честно, тоже, ну как бы, тоже пишет там Женя Атаров, ну ты сам понимаешь, да, то есть там часть из этого, скажем так, я не вполне разделяю, еще часть, мне кажется, просто откровенной чушью, часть нормально. Но в любом случае это какая-то, ну вот есть точки зрения Атарова, окей, даже допустим, неважно, прав он или не прав, но просто у нас реально полтора человека, вот которые что-то там говорят, вот какое-то мнение, что-то рассказать о том, что происходило. То есть есть какое-то видение Атарова, который там что-то говорит, эти там скатали тупую ничейку, хотя на самом деле, в моем понимании, они боролись. А те, он считает, боролись, хотя на самом деле, я понимаю, что они расписали. Есть как бы сайт Chess.pro, где, ну вот да, вот эти обзоры партии и там одно интервью там в два месяца. Есть Chess News, где вот это, ну какая-то уже реально грязь. То есть вот это, то есть где люди должны узнать? Не всем понятно. То есть реально даже когда ты говоришь, что шахматисты не открывают рот, ну опять, я отчасти с тобой согласен, но вообще-то отчасти, ну где рот-то открыть? Куда как бы? Я не задумывался об этом, если честно. Мне кажется, журналистика всегда отражение жизни, всегда. Журналистика не живет как раз сама по себе, в отличие от шахмат. А мне кажется, шахмат это, честно говоря, такой довольно меценатский вообще вид, и журналистика как раз, ну, она может, вот, как бы то ее, как бы, как сказать, она сама собой как бы не появится, может появиться. Ну, а в мире, что много шахматных журналистов, которые ты читаешь, восторгаясь и плача от их гениальности? Нет, это по пальцам рук, но просто пальцы рук... Всегда так было? Нет, ну шахматы маленький мир, то есть на самом деле, если у нас будет хотя бы 10 человек, это огромный прогресс. Ну реально, ну кто? Нет, ну вот New Chess, реально, на мой взгляд, то, что они делают, это очень хорошо. Сайт... Абсолютно согласен, но здесь проблема, понимаешь, в том, что... Сайт Chessbase. Ну все, ну да, но опять же, это вот там крохи. У нас все в шахматном мире, не только в российском, здесь мы такие же, как весь мир, я считаю, репрезентативно. Нет, опять же, мы не выходим за пределы маленького шахматного мира. Мы сейчас говорим Chess.pro, мы говорим Chessbase, мы говорим New Chess. Это читают только шахматные люди. Да хорошо, бог с ним потому даже... Потому что, понимаешь, проблема в том, что ты не можешь писать о шахматах вне шахматной среды. То есть ты можешь писать, это будет вот Агена Сосон. Как бы. Ну, это будет поэзия. Я с тобой все. Согласен, но только вы хотя бы сначала напишите так, чтобы мы вас могли читать.
Я-то просто, я вот это смотрю, ну, сложно, то что люди знаю, пишут про мою игру, как бы, да, вот я в ней живу, но это просто бред. Я смотрю, ну как, ну там 9 из 9, ну просто бред какая-то. То есть там какой-то анализ партии вывернут, там, ну как бы просто, не знаю, я понимаю, что было, ну, не то есть, так. То есть ты считаешь, это я просто... пытаюсь твой как бы глаз в пустыне куда-то вывести. То есть ты считаешь, что если будет условно, и это можно сделать, воспитать там 8-10 человек, которые будут толково, с ней с определенной долей таланта, я и думаю, правильно это писать о шахматах, тектонические сдвиги. Это поможет. Да? Я думаю, вот люди, условно, там, Дима Кряквин, например. Да. Хорошо. То есть вот если таких людей будет больше, если они будут писать обзоры, кстати, как в свое время писал, он, на самом деле, очень хороший обзор делал Суров раньше, ну, да. В былые времена. Если еще добавить вот хотя бы чуть-чуть шахматной аналитики, там разбавить все вот эти фотографии и там... Угу. Как бы растекание мыслью по древу, то да, разница будет огромной. Просто сейчас я вот не знаю, я давно не знаю, вот какой шахматный сайт мне открыть. Я рад что-нибудь почитать, ну что вот открыть. Ничего, да. Chess News, я там и сам могу рассказать, что там написано. Там, ну, ты, да, можешь там, да, любая новость, третья страница, ну, да, комментариев, там Сталин то, это, там то. Путин там, Сталин, да. Этот там, да. Согласен, да. Да, там как бы ритуалы. Ну, трудно то очень. Наш мир расширяется, но опять же, его очень трудно расширить профессионально. Он только расширяется за счет вот. На самом деле сейчас, может быть, уже сотен тысяч людей, которые со всего мира как-то вот влезли, что-то посмотрели, они знают 5-6 имен, они видят Карлсон, Накамура, как бы, и тут же ушли. Как бы. Они, это люди, которые пришли и ушли. Ну, они пришли и ушли, потому что, еще раз, потому что если ты загуглишь, что ты на русском, ты загуглил, а что ты можешь найти, кроме реально Крестбука, там, условно, и трансляции Мат Иванович? Ну, да. А что, ну где? Я с огромным удовольствием, я про баскетбол, например, ну ты вот гуглишь про баскетбол, ты сразу на Sports.ru, там, вот миллион такие всего, огромные, да, статьи люди написали, супер, причем просто фанаты даже, не профессиональные журналисты, ты можешь читать там про ту историю, про то, про все. Тут как бы, ну, нету. То есть ты Sports.ru там открываешь, вот я сегодня зашел, там отличный материал там про то, про как сейчас преобразился Дехея там, да? Да, вратарь. Очень хороший материал. Ну, просто ну, понятно, вот этого у нас нет. Где условный материал про то, как вот преобразился Гири? Что вот обратите внимание, как он плохо начинал играть там в Rapid изначально онлайн, и как он заметно прибавил, сейчас здорово играет, видно, что как бы на уверенности все. Где материал, там, сделайте там условно материал, ну езжайте, это же реально интересно, вот езжайте, откуда взялись все вот эти ребята из Узбекистана? Езжайте, кто их тренирует, откуда они вообще взялись, это же действительно любопытно все. Ну этого просто вообще нет, а так что ты можешь, ну, как бы... к сожалению, это любопытно там тебе, мне и еще пяти людям. А я думаю, ты не прав как раз, я думаю, простые любители шахмат с удовольствием прочтут, откуда как бы в Узбекистане взялась вот эта россыпь как бы молодых талантов, в то время как в России вообще-то их, кстати, нет. Почему бы и нет? Это реально, ну просто еще раз, нет этих людей, как бы. Ну да. Просто их нет, и как бы, а тогда, ну а что? Как бы, кому мы что хотим рассказать? У нас нет как бы проводника в этот мир, понимаешь, там в футболе, в теннисе он есть. Даже ты там Олимпиаду смотришь, там может быть какой-нибудь керлинг, ты правила не знаешь, ты включишься, там комментатор объяснит за 3-4 минуты. У нас понятно, что очень высокий порог входа, да, ты не можешь объяснить правила шахмат человеку за 3 минуты. Он включает трансляцию. Во-первых, правила, а потом но, еще, чтобы сделать следующий шаг, но, еще нужно пару лет, да, посидеть. Да, но погрузиться в этот мир можно. Нет, как раз моя-то идея, ты прав в том плане, что я согласен абсолютно с тем, что людей надо в шахматы погружать. Это потому что самому погрузиться очень трудно. Я даже помню свои первые шаги, вот там, в 20, ровно 20 лет назад, ну ты как бы ты в каком-то трансе немножко. То есть ты вот как бы что-то потянуло, ты какую-то книжку прочитал, и дальше ты как бы не понимаешь, а что дальше делать? То есть, это что? Ну, мне, слава богу, попался там хороший тренер, познакомил меня с Женей Бореевым, с Крамником. Ну и как-то все, дальше я попал в ту среду, из которой уже не вылезти, даже если очень захочешь. Но у большинства, 99,9% нет такой возможности. Ну, да, и они заходят в интернет, ну, посмотрят канал, они думают, что шахматы это когда Накамура вот там сидит как бы и 150 тысяч стрелок. Да, но на самом деле в шахматах еще раз, точно, то есть вот сейчас главный сюжет как бы современный шахмат, о нем пишут ноль реально. Тоже делает Магнус, это там реально величайший марафон, я думаю, там за очень много лет. Согласен. Великого, да, игрока, он играет партий, просто нон-стоп. Да, это такое, да, же событие по меркам шахмат, как вот что Джокович мог собрать там этот шлем. Такого никто никогда не делал. Если он завершит это тем, что выиграет матч, это вот реально как, ну, вот, да, шлем был бы Джоковича, да, за год. Ну, нет об этом материала. Тут как-то вообще, условно, люди, типа там, вот, которые пишут там для Chess News или для RSHF, или там для ну, просто может, они этого как бы не видят. Да, а... Ну, я тебе объясню, почему напоследок. Им это не интересно. Нет, так это жаль, как бы. Жаль, я об этом и говорю. Я тебе объясняю просто, ну, как мне кажется, в чем причина это. Нет, им это не интересно. Тебе это интересно, мне это интересно. Нет, но мне это интересно, потому что я понимаю, что такое шахматы, понимаешь? А люди, которые может о них пишут, быть, понимают в меньшей быть степени. В этом проблема просто. Я вот это говорю, что просто о шахматах должны писать люди, которым это интересно. Вот Илья Одесский блестящий писал шахматы. Блестящий. Ну вот да, то есть вот как бы такие люди, вот нам реально таких 5-6 человек шахматы реально могли бы быть там на билбордах. Ну куда-то могли бы, да. Да-да. На билбордах не знаю, но куда-то.
Ладно, пока шахматы не на билбордах, мы заканчиваем, поскольку сейчас начинается очередная бесконечная катка онлайн. А мы не на телевидении. А мы не на телевидении. Да, Даня, спасибо большое, как всегда, получил большое удовольствие. Всем спасибо, смотрите, Евгений Мирошниченко, не знаю, с кем он сегодня. А, с Ломасовым, знаю, через несколько минут на нашем канале. Всего доброго.